никогда так не работали. И поначалу, может быть, было немножко трудно, но потом мы увидели, насколько положительно вот это стабильное рекрутирование влияет на нашу базу активных консультантов, потому что мы, в принципе, с вами исторически очень хорошо рекрутируем. Но когда идет короткая рекрутинговая кампания, происходит взрыв рекрутинга, тогда через, как мы с вами знаем, через несколько каталогов, к сожалению, очень многие люди уходят из базы активных консультантов, получаются такие американские горки. Так вот, наши квартальные рекрутинговые компании дали нам возможность нашу базу активных консультантов стабилизировать. Я уверена, что вы почувствовали это на своих структурах. Мы однозначно это видим на наших общих цифрах. И еще один важный показатель, и я считаю, что это замечательное тоже достижение наше совместное, это реактивация. Конечно, мы даем хорошие инструменты реактивации. У нас часто бывают и в течение года были интересные подарки для тех, кого мы будили, для наших спящих, и мы помогали нашим лидерам это делать. Тем не менее, я хочу сказать, что если сравнивать наши цифры с цифрами других стран в нашем регионе, мы рекордно хорошо, стабильно рекрутируем, и мы очень хорошо реактивируем. Что еще в качестве достижения хотелось бы отметить в 2015 году. Я уверена, что вы заметили, если сравнивать активности 2014 года и 2015 года, что у нас стало меньше срочных, как я их называю, срочные акции, особенно во второй половине года, когда мы, да, мы поддерживаем вас, мы даем инструмент, у нас было прекрасное вау-лето, дополнительные 15% скидки на wellness и так далее, но тем не менее, вот таких коротких и срочных акций, когда мы берем какие-то продукты, даем большие скидки, их стало меньше. Они еще остались, и у нас эти акции были буквально недавно, и в 16-м каталоге, в 17-м каталоге это была бесплатная доставка. Тем не менее, мы значительно сократили такие акции, сделали это абсолютно умышленно. Почему? По той же самой причине и, собственно, те же тенденции, о которых я говорила, когда говорила о квартальном рекрутировании. Потому что если мы даем короткую сильную акцию, это дает краткосрочный результат в виде увеличения активности, и потом мы опять видим некий провал во всех наших бизнес-показателях. И, конечно, это не хорошо не для ваших целей и задач, которые вы перед собой ставите, не для нас, как для компании в целом. Соответственно, и дальше мы будем стараться по мере возможности сокращать, уменьшать, но если и делать какие-то акции, то делать их более MLM направленными, для того, чтобы вы как лидеры могли работать, а не как просто магазин с хорошей скидкой, и чтобы повод связаться с вашим консультантом был увязан с теми стратегическими целями, о которых мы будем говорить чуть позже. Конечно же, два исторических момента, которые произошли у нас сравнительно недавно, это запуск Wellness Life Plus, это ключевой запуск нашей линейки Novage и непосредственно продуктов Ultimate Lead. Почему это важно и почему это ключевой запуск, мы уже достаточно много с вами говорили на наших мероприятиях, непосредственно вчера с кем встречались на нашей встрече, на сессии, запуске сессии по уходу за кожей, и сегодня мы еще об этом тоже поговорим. И, конечно же, у нас есть и точки роста. Я не хочу это называть минусами, я не хочу это называть проблемами. Есть очень хорошее слово «точка роста». Так вот, в 2015 году у нас тоже с вами есть очень важные и, я бы сказала, принципиально важные точки роста. Это активность лидеров. Что я имею в виду? Вы знаете, я очень часто общаюсь с вами на разных мероприятиях, я задаю вопросы, подхожу, а что происходит, а почему там сегодня такой результат и так далее. И для меня очень важно ваше мнение и ваша честность. Я очень благодарна тем лидерам, которые честно отвечают на вопрос, не начиная с того, что «ой, у нас так плохо, такая экономическая ситуация, люди ничего не хотят покупать» и так далее. Это все всем известно прекрасно, и в принципе все, кто ведет бизнес сегодня, все об этом знают. Все макроэкономические показатели, все тенденции, мы это знаем. Я благодарна за то, что многие лидеры честно говорят, что мы не дотягиваем. Мы недостаточно активны, мы не прикладываем все силы для того, чтобы достигать тех целей и задач, которые мы перед собой ставим. И это очень важно понимать это, да, потому что когда мы пытаемся найти причины вовне и говорим, что все вокруг, вот да, вот такие причины, вот поэтому, 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 и не пытаемся найти причины внутри себя, это путь в никуда. И когда лидеры говорят о том, что да, мы честны, мы не дотягиваем. Если мы говорим о последних каталогах года, да, все говорят, ну вот мы же знаем, что 15-16 показал каталог
оно само все работает. Так было раньше, так было год назад, так было 2 года назад. В этом году не так. Просто показать каталог недостаточно. Просто показать, наверное, замечательный каталог с прекрасными продуктами, с нашими отличными ценными предложениями сегодня не работает. И для этого нужна активность лидера. И не просто активность лидера, а абсолютно осознанная систематическая работа. Поэтому следующий пункт, именно точки роста в 2015 году, это изменение системы работы, это адаптация к тому, к тем реалиям, которые есть на сегодняшний день. Конечно же, это активность бака, и здесь мы с вами очень много говорили об этом в течение года, и мы все время, каждый из вас знает нашу формулу 70-10, 70% активности персональной группы и 10% рекрутирования. Да? То есть это, как мы говорим, показатель здоровья структуры. Вот у человека есть давление, да, есть температура, там есть какие-то анализы, да, когда вот он сканирует свое здоровье. Вот мы сканируем здоровье структуры, и мы говорим, что обязательно должно быть 70% активности в структуре и 10% рекрутирования. Соответственно, следующая точка роста – это продуктивность. Да, и мы сегодня еще об этом тоже поговорим, потому что можно, конечно, набить много заказов, маленьких, небольших, как мы говорим, много набить мыла, да, но как бы объем продаж вам это не даст. И, конечно же, это не даст роста званий в структуре, и наша основная точка роста, как мы говорим, это новые старшие менеджеры. Потому что, конечно, ожидания у нас были совсем другие на 4-й квартал, 15-16 каталог. Мы ожидали большое количество старших менеджеров. Собственно, всегда все тенденции предыдущих лет так и показывали нам, да, что мы весь год работали, разгонялись. Соответственно, в 15-16 каталоге у нас был прорыв и было много старших менеджеров. В этом году не было, к сожалению. Тем не менее, у нас есть шансы ситуацию исправлять и улучшать. И я хочу сказать вам огромное спасибо за прошедший год, потому что у нас было очень много достижений, у нас было очень много результатов, и все эти результаты и достижения благодаря нашей с вами совместной работе. Спасибо вам огромное, спасибо за ваш труд, и давайте смотреть вперед, давайте двигаться дальше. И давайте планировать следующий год. Немножко остановлюсь на тех основных ключевых запусках, о которых я сказала, подводя итоги. Конечно же, я считаю, что вчера у нас был абсолютно уникальный исторический день, потому что мы посмотрели на наш продукт с другой стороны. Мы немножко развернули наш взгляд, и мы сделали такой, вы знаете, очень важный шаг. Мы поняли и еще раз проговорили, не просто проговорили, а мы практически отработали систему работы, которая дает возможность через продукт развивать лидерство. Я не буду очень долго на этом останавливаться. Все, кто принимал вчера участие, я думаю, что для вас это будет очень важной отправной точкой для того, чтобы развивать бизнесы через наши уникальные продукты. И я знаю, что кто-то из вас уже работает с продуктом, кто-то, может быть, только смотрит в эту сторону. Тем не менее, я хочу обратить ваше внимание на то, что вчера дана была технология. Вы можете где-то принимать, где-то не принимать, с чем-то соглашаться, что-то, возможно, ну, не ложится там в вашу схему. Это ваше право, 100%. Да? Тем не менее, дана была технология, которая работает. Технология работает тогда, когда ее дублицируют, повторяют. Потому что если вы сядете и скажете, ой, ну окей, я вот что-то делаю, я сейчас возьму здесь, добавлю, здесь убавлю, здесь я это поменяю и так далее, а потом придете через какое-то время и скажете, знаете, ваша технология не работает. Ребята, извините, технология работает тогда, когда ее повторяют, потому что важны нюансы. Вчера этих нюансов было очень много. И дальше мы будем двигаться в том направлении, что мы будем оттачивать эти нюансы, отрабатывать, повышать профессионализм и делать так, чтобы вот эта технология дала вам, вашему бизнесу, максимальный результат. Участвовать в этом, повторять это, брать это за основу в свою работу – ваше решение. Но я вам очень рекомендую, потому что когда я говорила о результатах развития бизнеса в других стран, я как раз делала акцент на том, что
это та технология на сегодняшний день, которая дает очень хороший результат роста новых званий и, естественно, роста продаж. И чтобы не быть голословной, я вам приведу буквально вот несколько цифр. Мы с вами уже достаточно давно продавали набор «Экологен». Не могу сказать, что мы были успешны в этом запуске, в этих продажах. Вы видите цифры продаж набора «Экологен» за 15, 16, 17 каталог этого года. Для того, чтобы быть более объективным, я хочу сказать, что в прошлом году цифры были приблизительно такие же, стабильно низкие. То есть на всю страну мы продавали вот такое, скажем так, смешное, позорное количество наборов «Экологен». И если вы посмотрите на цифры слева, это то, что мы сегодня продаем, и мы еще не закончили 17 каталог. Я уверена, что цифра продаж будет больше по наборам Ultimate Lift. И, конечно, вы видите, что это в разы превышает те наши привычные показатели по продаже наборов, которые были раньше. Поэтому, дорогие мои, выбор за вами, использовать данный уникальный продукт или нет. Но я уверена, что вы примете правильное решение, потому что наши основные линейки – это средства по уходу за кожей, антивозрастной уход и наша продукция Wellness являются стратегическими направлениями, и мы об этом очень много говорили. И так, Wellness Life Plus. За 14-16 каталог сертификацию прошли 68 лидеров. Мы будем дальше продолжать сертифицировать наших лидеров, мы будем поддерживать их, мы будем помогать им. И мы на сегодняшний день видим уже очень хорошие результаты в России по работе с данным проектом, с данной системой. Конечно же, я не могу не упомянуть, говоря о Wellness, о наших потрясающих результатах в 2015 году. Я только два, так сказать, факта последних, октябрь-ноябрь, вам приведу, потому что, конечно, это наша с вами гордость, это то, что дает нам возможность заявить о нашей стране на международном рынке. Потому что вы знаете, что компания Reflame работает в более чем 60 странах мира, и быть номер 6 в самых лучших компаний, которые продают в мире Reflame, это потрясающий результат. Аплодисменты для вас, вы молодцы, и я думаю, что никто из этих стран, ну, кроме, наверное, России, те, которые поближе к нам, не подозревают о том, с какими ограничениями мы сталкиваемся, потому что тех условий и ограничений, которые есть в Беларуси, нет ни в одной стране мира. Да? То есть у нас есть несколько аптек, через которые мы продаем нашу продукцию, и это, конечно, совершенно уникальный результат благодаря вам, благодаря вашей любви и преданности данному продукту и благодаря вашей работе. И по результатам ноября мы вышли на 4-е место в доле продаж, опять же, во всем мире Oriflame среди всех стран. Еще раз, несмолкаемые громкие аплодисменты для вас. Вы молодцы. Я горжусь, что работаю с такими лидерами, которые достигают таких замечательных результатов. И это наша с вами совместная победа. Следующий слайд. Это не телефон, это не тайный код. Я думаю, что вы уже догадываетесь, о чем я сейчас буду говорить, потому что, в принципе, часть этой формулы я уже озвучила. Да? Мы говорили о 70% активности, мы говорили о 10% рекрутировании. Здесь добавилась новая цифра, потому что одна из наших точек роста с вами – это продуктивность. Это то, что напрямую влияет на наши показатели, на объемы продаж в ваших структурах и на новые звания. И для того, чтобы продуктивность росла, об этом нужно говорить, об этом нужно говорить, об этом нужно думать, это нужно делать, и должен быть какой-то ориентир. И вот такой ориентир у нас с вами теперь есть, это 100 баллов бонуса, средний заказ в структуре. То есть для кого-то это, может быть, сейчас вы скажете, о, это так много, и у меня в моей структуре это невозможно, и у меня совсем низкий заказ. Я знаю много структур в Беларуси, у которых уже эта цель достигнута, и средний балл в структуре достаточно высокий. Тем не менее, это не новость, ничего нового я вам сейчас не сказала, потому что у нас с вами есть замечательные инструменты, и у нас есть серебряный премьер-клуб, и мы говорим о том, что, пожалуйста, делай 100 баллов, и у тебя будут совершенно замечательные возможности получать 50% скидку на свой любимый продукт и так далее.
И мне кажется, что это очень стройная такая система, такой, знаете, очень хороший индикатор, показатель здоровья структуры, когда мы говорим, что нужно стремиться, и должно быть 70% активности у многих из вас, это уже сегодня ваша реальность, 10% рекрутирования и 100 баллов бонуса средний заказ. Я уверена, что мы с вами справимся с этой задачей, я уверена, что если мы будем постоянно об этом помнить, говорить, и ставить это для себя ориентиром в своей работе, вот данная формула станет абсолютно реальной для каждого из вас. И, конечно же, постоянные действия плюс система работы даст нам с вами успешные результаты. Потому что еще раз хочу сказать, что когда мы говорим о постоянной работе, знаете, ну, у кого не спросишь из лидеров, вот любого спрашиваешь, ну как дела? Работаю. Прекрасно. Как бы все мы работаем, вопрос, работаем мы для чего? Для процесса или для того, чтобы получать результат? Конечно же, нам нужен с вами результат, поэтому как я работаю, что я делаю, в какой системе я работаю, как часто я это делаю, это те вопросы, которые вы должны себе постоянно задавать. Потому что если я очень много работаю и у меня нет результата, наверное, я что-то делаю не так. Да? То есть нужно как бы анализировать, задавать себе вопрос и смотреть на то, каким образом построена работа, насколько я действительно активен, сколько я времени реально трачу на свою работу. Не думаю, что я работаю, не сижу там в офисе и жду, когда что-то, может быть, произойдет. А когда я рекрутирую, когда я повышаю активность своей структуры, когда я работаю с продуктивностью своих консультантов и так далее, и так далее. Так что я желаю нам всем с вами в следующем году отработать свою систему постоянных действий, систематически эти действия совершать, и тогда, конечно же, мы будем с вами абсолютно успешны. Я в это верю. О чем еще хотелось вам сегодня сказать? У нас происходят и произошли некие изменения в отделе продаж, и я считаю, что мы как партнеры должны с вами сегодня этой информацией поделиться. Вы все знаете о том, что Альбина Стрельская готовится к своей основной миссии своей жизни, она готовится стать мамой, и буквально через несколько дней она уйдет в декретный отпуск. Мы очень рады за Альбину, мы будем ждать ее возвращения, и все вместе пожелаем ей реализоваться в этой своей новой роли и быть такой же успешной, как на работе, успешной мамой и женой в то время, когда она будет отсутствовать в нашей компании. И с большим сожалением хочу сообщить, что Тома Чурова решила покинуть компанию. Для нас это, конечно, очень, ну, скажем так, печальная новость с одной стороны. С другой стороны, когда мы с Томой это говорили, обсуждали этот вопрос, он говорит, что я 5 лет учила людей верить в свою мечту. Я 5 лет говорила людям о том, что нужно смело реализовывать свои мечты, двигаться к своей цели. И, наконец-то, я решила тоже изменить свою жизнь. Тома приняла решение немножко побыть сейчас со своей семьей и потом переехать на другой континент. Насколько долго и как долго это будет продолжаться, это уже Томино решение. Тем не менее, нам будет очень Тому не хватать. И я уверена, что мы будем общаться, мы останемся добрыми друзьями, и мы всегда будем рады, когда Тома будет приходить, приезжать, и будем вспоминать очень добрыми словами, добрыми чувствами тот период времени, когда Тома работала в компании Oriflame. Давайте пожелаем ей удачи в ее новых начинаниях, успеха, и чтобы все, что она получила за эти годы в Oriflame, ей пригодилось, и она смогла исполнить свою мечту. Том, спасибо тебе большое и успехов. Что же дальше? У нас вот на сегодняшний день такая организационная структура в отделе продаж под руководством Кати Дудко, и у нас из шести позиций 3 вакантны. Это 2 позиции в отделе, это 2 позиции АСМов и позиция координатора продуктовой коммуникации. Соответственно, на данный момент основной фокус в работе Кати – это поиск и обучение новых АСМов. Андрей, конечно, будет ее поддерживать и помогать, тем не менее, вот в условиях, и Катя Корзюк тоже, и Таня Печко, тем не менее, вот в условиях таких, скажем так, ограниченных ресурсов, мы принимаем решение о немножко новых правилах работы, временных правилах работы на
первый квартал 2016 года. Я сейчас вас попрошу очень внимательно послушать вот эти правила, потому что их немного, но тем не менее очень много будет зависеть от нашего с вами взаимодействия, понимания, дисциплины и, наверное, ответственности каждого за свой участок работы. Итак, на период первого квартала мы снимаем закрепление областей за АСМами, то есть сейчас не будет в течение вот этих месяцев ответственных АСМ, потому что у нас их, собственно, два, а регионов у нас много. Все ваши вопросы, огромная просьба писать на единый электронный адрес. Объясняю почему. Потому что, конечно же, у нас много каналов коммуникации, у нас есть скайп-чаты, в которые вы пишете свои вопросы, и потом говорите, ой, мне там два дня не ответили, но вот последние у нас есть такие моменты. Ну, как бы вы поймите, что очень сложно вот в таком количестве отследить все там скайп-чаты, все WhatsApp-чаты, все почтовые адреса, телефонные, там, не знаю, смски и так далее. Поэтому, если вы хотите, чтобы на ваш вопрос был дан ответ, пожалуйста, пишите на единый электронный адрес, который указан сейчас в презентации. И мы обещаем вам, что раз в день, в определенное время, Катя и Андрей будут на эти вопросы вам отвечать. То есть это будет у нас такой, скажем так, канал коммуникации. Все командировки в первом квартале будут отменены, именно потому что Кате сейчас необходимо искать сотрудников, учитывая, что у нас сейчас праздники, новогодние, рождественские, то есть немножко это, конечно, скажем так, не так быстро получится, как хотелось бы, и фокус будет на обучении новых сотрудников для того, чтобы они как можно быстрее могли встать в строй и быть полноценными СМами, которые смогут поддерживать ваш бизнес. Следующий момент. У нас с вами достижение этого года, я, кстати, об этом не сказала, тем не менее, наши скайп-чаты. У нас раньше такого никогда не было, и, конечно же, они очень сильно помогают. И мы посоветовались с коллегами из других стран и регионов, и они с удивлением сказали, что ой, у нас в скайп-чатах вообще-то лидеры рулят. То есть у нас асмы не сидят и в скайп-чатах не отвечают. Ну вот, знаете, как было бы счастье, да несчастье помогло. Вот сейчас мы поменяем систему работы в скайп-чатах, и будет определен график дежурств лидеров с уровня золотого директора во всех регионах. То есть будет определенный список, в принципе, это будет занимать один день в месяц у лидера, когда он будет в скайп-чате отвечать на вопросы, генерировать какие-то дискуссии, давать темы для обсуждения и так далее. И я уверена, что это даст дополнительную ценность, дополнительную возможность и для лидеров, и, соответственно, для всех наших консультантов, которые с уровня старший менеджер, которые в скайп-чате находятся. И топ-лидеры могут проявить свой профессионализм, чтобы для того, чтобы помочь нам всем вместе этот канал коммуникации поддерживать. Будет ограниченный доступ по телефону. К сожалению, не сможет Катя и Андрей на все моментально звонки отвечать, учитывая, что будет достаточно четкий график работы с точки зрения обучения, поэтому просьба, пожалуйста, опять же, писать на единый адрес электронной почты для того, чтобы получить свои ответы. И будет ограниченное присутствие асмы в кабинете, Катя Корзюк будет по максимуму на месте, и, конечно же, все ваши вопросы, все ваши, скажем так, моменты, которые требуют поддержки, они не будут упущены. Я хочу сказать, что на самом деле это очень классная ситуация. Почему? Потому что, когда мы говорим о партнерстве, когда мы говорим о лидерстве, да, я так краем глаза вижу ваши комментарии, я хочу сказать, что уровень профессионализма лидеров Республики Беларусь такой, что мне кажется, что они вполне успешно могут проработать сезон высоких продаж без такой опеки асмов. И мы посмотрим сейчас этот квартал, и дальше мы будем смотреть, как нам более эффективно эту работу строить. Потому что все-таки это ваш собственный бизнес, это ваша ответственность, и мы здесь в большей мере должны быть поддерживающей функцией, направляющей, но абсолютно не движущей функцией. Да? То есть движущая функция ваша. Соответственно, для того, чтобы поддержать вас, и вот я когда этот слайд, мы когда его составляли, я поняла, что, в общем-то, наверное, вот отсутствие асмов никак не повлияет на вашу продуктивность, потому что количество мероприятий, поддерживающих и наших активностей, мне кажется, слишком большая. Может быть, можно даже что-то
убрать. И я сейчас не буду перечислять все, что здесь написано, потому что достаточно много. Тем не менее, я хочу сказать, что основные, скажем так, информационные и мотивационные мероприятия и основные каналы коммуникации, они все покрыты, все задействованы, и вы получите абсолютно все, что вам нужно. Потому что у нас с вами, кроме наших традиционных акцентов каталога, которые проходят каждый каталог, у нас есть wellness-клубы, которые тоже стабильно проходят. Мы вчера договорились о том, что 29-го у нас пройдет премьерный запуск Академии красоты. У нас будет потрясающее мероприятие 10 января, рекордное. И мы сейчас уже у нас есть предзаказ на 3000 билетов. Я уверена, что это даст и мотивацию, и знания, и дополнительные мотивы к действию для всех наших консультантов-лидеров, которые примут участие во встрече 10 января и так далее. Соответственно, одни вы не останетесь, без поддержки вы не остаетесь, просто мы переходим работать немножко в другой режим, и эффективность будет зависеть от нашего с вами взаимодействия. И также мы приняли решение, что мы будем поддерживать нашу продуктовую коммуникацию при помощи наших коллег из России, которые проводят очень хорошие, очень качественные и профессиональные вебинары для своих филиалов. Это регион Центральной России, и, соответственно, у всех у вас будет возможность подключаться к этим продуктовым вебинарам для того, чтобы получить всю необходимую информацию для продвижения наших продуктов. Итак, заканчивая свою часть презентации, я хочу, чтобы вы сфокусировались на основных вещах, о которых мы сегодня с вами говорили. Мы с вами говорили о формуле и о том, о чем, собственно, мы говорили весь предыдущий год. Это формула 70, 10 и 100. 70% активности в персональной группе, 10% процентов рекрутирования и 100 баллов бонуса. В принципе, у нас на сегодняшний день с вами есть все инструменты для того, чтобы достигать данного результата, данных показателей. И одну минуточку. И у нас с вами есть замечательный, прекрасный первый каталог, о котором будет рассказывать Альбина, и он даст нам возможность поддерживать 70% активности. У нас с вами будет запущена новая рекрутинговая кампания, квартальная кампания, о которых мы сегодня не будем говорить, для того, чтобы не сбить ваш фокус на оставшиеся дни 17-го каталога. По окончании 17-го каталога мы сделаем коммуникацию квартальной рекрутинговой кампании и новой стартовой программы. Буквально в субботу вечером, наверное, в воскресенье утром вы получите все необходимые материалы по запуску вот этих двух основных инструментов, благодаря которым мы будем достигать 10% рекрутирования и 100 баллов бонуса среднего заказа. Конечно же, наш фокус – это новые старшие менеджеры, это активность бака и постоянное рекрутирование. И что нам с вами, какие инструменты нам с вами помогут достичь тех целей, тех задач, которые вы перед собой ставите, которые мы как компания ставим перед собой. Это запуск серии по уходу за лицом на Wedge Ultimate Lift. И вчера мы очень много об этом говорили, очень важно не откладывать. Долгий ящик, не, как мне сказали лидеры, переваривать, не надо движения сессии. Это проект Life Plus. Это, конечно же, рост новых менеджеров, и очень важно использовать шанс вступить в программу Turbo Рост. И у нас с вами остается 4 каталога до конца квалификации на золотую конференцию. Об этом тоже важно помнить. И, конечно же, основной инструмент, который есть у вас, это вы. Это ваши знания, это ваша мотивация, это ваши мечты, которые помогают вам каждый день вставать, думать о ваших целях, совершать определенные действия и двигаться вперед. Я желаю вам успеха, я желаю вам быть эффективными, я желаю вам здоровья и счастья, и, конечно же, я поздравляю вас с Новым годом и Рождеством. Будьте счастливы и успешны. Спасибо вам.
Спасибо большое, Катя. Действительно, как сказала Екатерина, у нас за этот год произошло очень много событий, как внешних, скажем так, да, это экономическая ситуация, так и внутренних. Как вы видите, у нас довольно большие организационные изменения произошли в конце этого года. Так что как перед вами, так и перед нами, я думаю, что в следующем году стоит очень такой амбициозный вызов, который нам всем будет необходимо принять. Так, у нас какая-то небольшая проблема с презентацией. Сейчас, пожалуйста, одну секундочку. Итак, давайте продолжим. Какие же акценты каталога необходимо учитывать лидеру в период номер один 2016 года? Знаете, когда человек хочет сконцентрироваться на какой-то своей цели, ему необходимо концентрироваться на каком-то определенном количестве, скажем так, активностей, которые ему необходимо предпринимать для того, чтобы достигнуть того успеха, к которому он стремится. И вот мы вам советуем в каталоге номер 3 обратить внимание очень сильно на три таких пункта. Это акценты каталога, это то, что представлено в каталоге, продукция, которая представлена в каталоге, акции и все, что связано с каталогом. Также план лидерской активности и возможности того периода, в котором вы будете работать. Здесь речь идет о, как сказала Екатерина, уже новой стартовой программе, о новой рекрутинговой кампании и о тех программах для лидеров, которые будут проходить еще в первом каталоге 2016 года. И, конечно же, не забывайте о лидерских квалификациях на конференции, потому что это очень важно, если вы хотите посетить как бриллиантовую конференцию, так и конференцию для менеджеров и банкет директоров, конечно же. Сегодня мы обо всем об этом с вами проговорим. Давайте приступим к первому пункту. Какие же главные акценты каталога номер один, которые вам необходимо учесть в своей работе? Разумеется, это самое главное, это работа с каталогом. Новогодние праздники – это такое стандартное время, когда все магазины делают какие-то такие грандиозные большие распродажи. И компания Reflame, разумеется, идет в тренде, мы всегда в тренде, и по традиции уже первый каталог, он такой является таким каталогом, где есть большое количество акций, большое количество распродаж, в которых можно принять участие. Распродажи эти проходят с большими скидками. И огромным плюсом является то, что первый каталог действует не три недели, как все остальные, а 4. То есть у вас есть еще больше времени на то, чтобы достать людей из-под елки и предложить им очень интересные предложения от компании Reflame, интересные продукты, интересные скидки и акции, которые представлены в нашем замечательном каталоге. И, как сказала Екатерина, сейчас очень важно делать акцент на сессии по уходу за лицом. Те лидеры, которые присутствовали вчера на нашем мероприятии, я думаю, очень надеюсь на то, что вы уже начали подготовку к тому, чтобы проводить такие же аналогичные сессии в своих структурах. И от себя хочу добавить, что уже сейчас те лидеры, которых вчера Екатерина Корзюк добавила в группу в Фейсбуке, они уже сейчас могут скачать из этой группы. Я сегодня утром выложил ссылку на видео о проведении сессии по уходу за кожей лица, на презентацию, которую вчера давали Дмитрий Кваша, и на флипчарт, на ту презентацию, которая поможет вам проводить ваши встречи по уходу за лицом. Я вам настоятельно советую прямо после нашего вебинара, если вы еще не успели, скачать эти материалы, ознакомиться с ними и уже до Нового года придумать, как вы будете с ними работать. Обязательно участвуйте в квартальной программе по приглашениям, которая будет проходить у нас в первом квартале этого года. Она стартует с 28 декабря вместе с началом каталога. И обязательно
приглашайте новичков в новую стартовую программу. Поверьте мне, она того стоит. Я уже очень многое сказал из того, что необходимо было сказать на этом слайде. Помните, что 4 недели длится наш каталог. Это еще больше возможностей и еще больше времени для того, чтобы вы смогли собрать заказы со своей базы активных консультантов. Помните, что первый каталог – это каталог распродаж. Там представлено огромное количество продуктов с невероятными скидками. Помните, что еще есть шанс в этом каталоге заказать продукцию, ведь Reflame уже по традиции является официальным поставщиком подарков к Новому году. Это очень важно, порадовать своих родных и близких каким-нибудь приятным подарочком от компании Reflame. И, как я уже говорил, помните, что сессии по уходу за лицом – это очень важно, и в новогодние праздники, когда у людей, все-таки согласитесь, сейчас есть больше свободного времени, это очень удобно сейчас будет пригласить их для того, чтобы они смогли посетить ваше мероприятие, для того, чтобы они смогли оценить качество нашего нового невероятного продукта Novage Ultimate Lift и уже, возможно, заказать себе его еще до Нового года как подарок себе под елку. Ну и о том, как именно работать с каталогом, какие акции, какие замечательные новинки вас ждут в первом каталоге, я думаю, что никто не расскажет это лучше, как наш продуктовый тренер Альбина Встрельская. Встречайте! Всем добрый день! Рада вас приветствовать, рада снова быть вместе с вами. И по традиции я, конечно же, вас сейчас познакомлю с первым каталогом, что нас ждет в первом каталоге. Андрей, мой коллега, уже съел часть моего хлеба и уже рассказал о некоторых моментах каталога, но тем не менее. Темой этого каталога, первого каталога, является тема простая, шопоголинг. Простите, да, раз, два, три, четыре. Да, шопинг в раю, да. Почему именно такая тема, да, все очень просто. Дело в том, что уже вот буквально на следующей неделе начинается новый каталог. И наверняка найдутся те клиенты, которые еще не успели приобрести новогодние подарки. Каталог станет прекрасным подспорьем именно для этих целей. И я могу сказать, что, как уже сказал Андрей, да, то есть очень много компаний, очень много производителей предлагают огромные скидки в январе, потому что в декабре, мы знаем, мы все готовимся к праздникам, в январе это такой, так сказать, ну, несколько период затишья, потому что все ходят друг к другу в гости, отдыхают, прекрасно проводят время, и это здорово, да. Но согласитесь, наилучшим, скажем так, снятием стресса. И есть такой момент, который обожают все женщины. И я уверена, что в новогодние праздники, когда у них появляется время, они стараются пройтись обязательно по магазинам. Конечно же, время заставляет нас смотреть на цены и экономить. И именно поэтому каталог вот как раз-таки является прекрасным подспорьем для того, чтобы активно нам включаться в работу, потому что практически на каждой странице этого каталога мы найдем скидки до 70%. Это действительно огромные скидки. Компания предлагает просто, ну, это уникальное предложение, потому что уверена, что ни в одном другом магазине, например, женщина не найдет таких действительно потрясающих скидок. Поэтому предлагайте им проводить время с удовольствием в новогодние праздники, да, и, собственно говоря, еще и экономить. Какие эффективные средства поддержат красоту ваших ножек и будут ухаживать за ними? Вот немножко расскажу о тех средствах, которые представлены у нас в каталогах по действительно очень выгодным ценам. Напомню об этих средствах вам. Ну и, конечно же, это наша серия. Серия «Актив уход». Я думаю, что вы все знаете, знакомы эта серия. Она полностью представлена в каталоге, да, и вся серия находится на скидке. Вы уже обратили внимание, да, на очень хорошие скидки. Почему, кто-то скажет, какой же уход в зимний период за ножками? На самом деле, готовьте сами летом.
Я думаю, что все знают такую поговорку. И могу сказать, что для того, чтобы действительно похвастаться уже потом в летний период красивыми ножками, очень важно за ними вовремя поухаживать. И как раз-таки серия «Актив уход» позволяет это сделать. Почему? Потому что появляются, как правило, именно в зимний период кожа грубеет, да, появляются трещинки, поэтому обязательно у нас необходимо порадовать себя и побаловать, например, маской. Маска для ног, маска представлена, вообще вся серия, если вы обратите внимание, да, на компоненты, я надеюсь, вы обратите внимание на компоненты, это, конечно же, кроме масла ши, пчелиного воска, которое представлено в маске, да, то есть вы обратите внимание, что вся серия создана с такими ингредиентами, как мята и, конечно же, эвкалипт. Мята прекрасно освежает кожу ног, потому что в состав входит также еще и ментол, да, то есть, который уменьшает капиллярную сетку, то есть сужает капилляры. В комплексе представлены еще и мусс для ног, который станет просто спасением для тех, кто носит в постоянной основе каблуки, да, для тех, у кого все-таки отекают ноги, к сожалению, такое часто очень случается, когда мы активны, когда мы в движении, особенно еще не только в летнее время, но и в зимнее, потому что очень много носим теплой одежды, поэтому как раз-таки мусс позаботится о ваших ножках, да, о ваших венках, да, для того, чтобы они оставались красивыми, чтобы потом летом, собственно говоря, и блеснуть. Кроме того, содержится экстракт лимона, который еще дополнительно освежает. Кроме того, в комплексе есть крем от Натоптыши, да, то есть, который содержит те же компоненты и дополнительно содержит еще ко всему этому салициловую кислоту, которая прекрасно способствует обновлению кожи, что необходимо, если появилась такая проблема. И могу сказать, что вот еще одно средство, оно просто незаменимо. Я думаю, что многие из вас, и вы рекомендуете вашим клиентам использовать именно спрей для ног. В зимнее время он просто, это, знаете, средство must-have, потому что мы часто ходим в гости, как мы уже сказали, да, поздравляем друг друга, и хочется быть на высоте, а очень часто наша обувь, к сожалению, не позволяет этого сделать, потому что либо бывает очень жарко, либо как-то наоборот влажность, то есть влажность не позволяет снять красиво обувь и оставаться, скажем, как я говорю, на высоте. Вот, поэтому обязательно воспользуйтесь спреем или посоветуйте нашим клиентам, действительно, не заменимая вещь, и в гигиене абсолютно любого человека она необходима. Я уверена, что мое мнение разделяют многие. Конечно же, какие модные аксессуары, без аксессуаров в этом каталоге тоже никуда, украсят вашу ванную комнату, и драйвером этого каталога стал вот такой прекрасный комплект полотенец. Полотенец из хлопка, представлен в двух размерах, ванное полотенце и полотенце для рук. Вы видите 70x140 и 70x50. Оттенок орхидеи, оттенок очень модный, интересный, красивый, который действительно привлекает внимание и создает атмосферу релакса в вашей ванной комнате. Какие любимые ароматы выходят в новом мини-формате в каталоге номер один? Да, и те, кто уже полистал каталог, уже обратили внимание, это новинка нашего каталога Miss O, Imagination и My Naked Truth. Вот эти три аромата, и неспроста они выходят именно в формате спрея. Это спрей для тела, да, для того, чтобы вы понимали, то есть это не духи, но они создают вот такую хорошую ауру, да, то есть которую этот спрей мы можем применять в течение дня. Он не очень, знаете, такой удушающий и яркий аромат носит,
очень приятный, обволакивающий, да, то есть, причем три аромата, это одни из самых популярных ароматов, да, цветочно-фруктовые ароматы, My Naked Juice, буквально новинка прошлого года, тоже пользуется огромным спросом, в сердце аромата яблока, Imagination, в сердце аромата груша, очень такой романтичный, и Miss O, фруктово-цветочный, с грейпфрутом и оттенком киви, то есть он такой очень молодежный, интересный и даже немного кричащий. Но это не помешает, а думаю, создаст только дополнительное хорошее настроение. Поэтому обязательно обратите внимание ваших клиентов вот на такой мини-формат, который очень удобно носить в косметичке. Кроме того, всегда можно вот подарить в таком вот формате какой-то аромат, уже распробовав, наш клиент может приобрести более полный формат. Какой продукт люксовой серии участвует в программе лояльности, представляется по суперцене? Да, буквально в прошлом каталоге мы говорили, что сделав заказ на 21,5 условной единицы заказ, да, вы можете приобрести вот этот уникальный продукт по действительно невероятной стоимости, да. И буквально пару слов могу сказать, что это один из самых моих любимых продуктов. Это тональная основа, вообще серия Giordani Gold. Предыдущая вот буквально выпуск Everlasting, да, и вот этот выпуск антивозрастной серии. Действительно потрясающие продукты. Я рекомендую абсолютно всем. И могу сказать, что еще раз хочу сделать акцент на том, что несмотря на то, что в каталоге написана антивозрастная тональная основа, я могу сказать, что если эту серию, да, может позволить, эти тональные средства может позволить себе девушка 20 лет, да, в этом нет ничего страшного, она не испортит, как любят говорить молодые девушки, ее кожу, а наоборот поддержит красоту, молодость и здоровье кожи. Почему? Потому что в составе содержится экстракт белого трюфеля, который является прекрасным антиоксидантом, это не какой-то там коллаген, условно говоря, ну, которого боятся почему-то молодые, опять же, девушки. Тем не менее, то есть предлагать ее можно абсолютно всем. Это качественный люксовый продукт, продукт премиум класса. Я могу сказать, ну опять же, я ссылаюсь на свое, так сказать, образование визажиста в том числе. Но тем не менее, ну, я, конечно же, всегда оцениваю с этой позиции, как мне работать в том числе с клиентом, как быстро привести кожу в порядок. Он не создает эффекта маски, абсолютно. Он представлен в 5 оттенках, и оттенки действительно очень достойные. Они естественные, что самое главное, потому что очень часто я вижу молодые девушки просто с желтыми лицами и так далее, да, то есть что выглядит не очень привлекательно. Я, как я уже сказала, да, прекрасно маскирует, не утяжеляет ощущения на коже. До какого возраста рекомендовать, уточняет Татьяна, до любого, до бесконечности. Вот до бесконечности можно рекомендовать этот продукт абсолютно. Можно, как я говорила уже, да, то есть если молодая девушка может себе позволить качественный продукт премиум класса, да ради бога. Здесь нет никаких компонентов, которые могут испортить кожу. Хоть от 18 лет, хоть от 14 лет, если ей это необходимо. Если она выбирает тональное средство для маскировки, если оно ей подходит по текстуре, да, оно абсолютно не содержит никаких каких-то коллагеновых волокон и так далее. То есть это не навредит ее коже абсолютно. Это качественный продукт. Да, это называется антивозрастная серия, хотя я немножко не согласна, антивозрастная, потому что содержит, как я говорила, экстракт белого трюфеля, антиоксиданты. Поэтому обязательно предложите нашим клиентам вот действительно потрясающий продукт. Ну, правда. С продуктами какой серии вы сможете устроить спа-процедуру у себя дома. И вот как раз-таки со скидкой 70% вы найдете вот такую уникальную серию. Это, кстати, одна из самых популярных серий в Беларуси до недавнего времени. Я могу сказать, что даже коллаген не мог соперничать
в некоторых каталогах со серии СПА. Ну, я думаю, что это еще один прекрасный повод для того, чтобы наши клиенты порадовали себя качественным продуктом. Да, и я думаю, что вы все прекрасно рассказываете состав серии. На основе серии, на основе малахита, который обладает регенерирующим действием. Да. Кроме того, в составе комплекс HeadCare Plus, который на основе экстракта бурой водоросли, который дополнительно увлажняет кожу, является прекрасным антиоксидантом. И каждый продукт в отдельности тоже достоин внимания и уважения, конечно же. Маску мы используем, скраб мы используем для сухой кожи. Обязательно мы используем раз в неделю однозначно, для жирной кожи это 2 раза в неделю. Конечно же, представлена маска, маска на основе белой глины. Белая глина обладает детокс-действием, да. Кроме того, представлена сыворотка, которая с экстрактом, помимо прочего, да, с экстрактом сладкого миндаля. И, конечно же, крем для лица, который оказывает успокаивающее действие с витамином Е. Ну и, собственно говоря, также с маслом ши. В общем, вся серия действительно оказывает, я думаю, что все убедились, абсолютно все в результате, да, то есть, который дает наша серия, и остается только просто рекомендовать и напомнить нашим клиентам о действительно уникальном предложении. Кроме того, на страницах нашего каталога, мне кажется, я бы хотела все-таки сакцентировать внимание, в том числе на этих продуктах, представленные кисти, да, то есть у нас во вложении, когда открываешь каталог, вот можно посмотреть, не обращают внимания зачастую наши клиенты, но тем не менее, для создания хорошего качественного макияжа, для облегчения жизни, собственно говоря, важно воспользоваться кистями. Да? Кисти у нас на основе натурального ворса, натуральный конский ворс, что очень важно, да, то есть имеют хороший срез, да, что позволяет косметике главным образом красиво и качественно ложиться и создавать в том числе действительно уникальные макияжи. Кроме того, хочу обратить внимание на средства интимной гигиены Феминель, которые прошли дерматологическое исследование, pH сбалансированы, а также в их составе молочная кислота, что очень важно, да, и, кстати, не каждое, далеко не каждое средство содержит именно молочную кислоту. Я думаю, что для того, чтобы в этом убедиться, можно просто пройтись по магазинам, очень много представлено гелей, но они не дают того эффекта. Собственно говоря, тоже по выгодным ценам, поэтому обратите внимание ваших клиентов. Также незаменимы в зимнее время это бальзамы для губ с маслом канолы, которые прекрасно увлажняют, ухаживают за губами, сохраняют их уровень увлажненности до 8 часов. Особенно, то есть они с определенным оттенком, да, то есть если кому-то необходимо еще подкрасить дополнительно губы, то, пожалуйста, помада заляжет еще ровнее, красивее, и губы будут, естественно, привлекательнее. Кроме того, серия Giordani по очень выгодным ценам, да, корректор с экстрактом конского каштана, который можно использовать не только в качестве корректора, опять же, как визажист могу сказать, что прекрасное средство для коррекции абсолютно там, даже прыщиков. Но и уникальность его в том, что это единственное средство в твердом формате, которое супер маскирует синячки под глазами, да, все какие-то несовершенства, и это средство можно использовать и нужно использовать под глазами. Кроме того, пудра одна из моих любимых, это минеральная пудра, она очень мелкодисперсная, которая опять же преображает кожу за считанные секунды. Те, кто хочет создать экспресс-макияж, пожалуйста, вперед, серия Giordani. И, конечно же, помада. Помада содержит комплекс гидрофил, да, который заполняет трещинки губ и создает дополнительный объем. Кроме того, я могу сказать однозначно, очень часто спрашивают те, кто не знаком с нашими косметическими продуктами, какая же серия губной помады лучше всего. Могу сказать, что у нас все помады представлены в качественном варианте, но, опять же, есть любимые продукты. Серия Giordani, абсолютно вся серия Giordani, это мои самые любимые продукты, я рекомендую, то есть на любой вкус, оттенок и так далее, да, то есть именно серию Giordani. Они прекрасно ложатся, и, опять же, как я говорила, создают эффект такой, заполняя трещинки, да, то есть таких пухлых губ.
Да, поэтому порадуйте себя и своих клиентов. И последнее, предпоследнее, что я хотела вам сказать, буквально одну минуту. На страницах каталога представлены продукты, на которые очень часто не обращают внимания. Но я могу сказать, что есть такие продукты, которые являются, которые помогут сделать экспресс-уход в считанные минуты и просто преобразят вашу кожу. Я хочу вам дать такую небольшую подсказку. Если у вас совсем нет времени, у вас какой-то выход, да, вечерний выход, да, обратите внимание вот на именно эти средства. Что мы делаем? Первое. Важно, если у вас, для того, чтобы макияж был действительно хорошим, да, то есть важно, чтобы кожа не содержала, ну, то есть не было каких-то шелушений, да, поэтому обязательно серия Optimals представлена в этом каталоге, да, это очищение. Очищение очень мягко, но в то же время содержит очень хороший, приятный скраб, который можно использовать и нужно использовать не только для сухой кожи. Можно пройтись по всему личику, да, то есть, собственно говоря, мы сначала очищаем. И его, кстати, можно использовать абсолютно на каждый день, он прекрасно ухаживает за кожей, потому что каждый день мы очищаем роговевшие частички и даем возможность крему проникать глубже. Дальше после этого мы берем маску. Маску можно брать на основе белой глины, например, которая представлена в серии SPA, или, например, серия Love Nature. Или если у вас еще дополнительно черные точки, да, на зоны, где есть черные точки, вы берете скин код чистоты, да, фиолетовую маску. Собственно говоря, ее нужно подержать буквально 5 минут, то есть мы держим ее чуть меньше, чем необходимо. Да. Дальше, после этого мы берем увлажняющую маску, уже увлажняющую маску мы держим 10 минут. Вот поверьте, после этого лицо просто преображается, действительно наполняется жизнью, и дальше уже можно накладывать абсолютно любой макияж, и будете выглядеть сногсшибательно. Кроме того, в качестве, если кожа возрастная, в качестве увлажняющей маски можно использовать вот такое многофункциональное средство Royal Velvet с экстрактом ириса, да, которое также, если мы наносим несколько слоев, то есть является маской, которая прекрасно вообще оживляет кожу на глазах. Для более молодой, например, кожи можно воспользоваться также, это одно из моих самых любимых средств, это серия Optimals Aqua, да, это вот именно вот эти вот капсулки, они очень быстро впитываются с экстрактом триголозы, которые удерживают молекулы воды, да, то есть кожа наполняется энергией, но при этом она совершенно не блестит. Поэтому обратите внимание еще вот на эти средства, мне кажется, это вот, ну, просто спасение. И вот на последней страничке нашего каталога представлены средства, которые должны быть в каждом каталоге, потому что они представлены по самым выгодным ценам. Это же, конечно, средства гигиены, которые мы все с вами используем, и в том числе детская паста, которая следит за красотой и здоровьем, самое главное, зубов ваших деток. Поэтому обратитесь к этим средствам в том числе. И с помощью них я желаю вам блистать, улыбаться, дарить улыбку, настроение на всех каких-то новогодних встречах с вашими родными, близкими, любимыми. В общем, хорошего вам настроения и успехов. Всего доброго. Увидимся. Ну что ж, спасибо большое, Альбина. Вы видите, что наш каталог действительно позволяет вам быть активными в периоде номер один и провести эти дни под знаком активности, чтобы люди обращались к вам с самого первого начала дня действия каталога. Вот именно таким образом мы с вами уже проговорили первую часть тех активностей, о которых я сегодня с вами хотел бы поговорить. И наша вторая часть. Простите, у нас тут небольшие технические заминки.
Наша вторая часть будет посвящена лидерской активности, лидерским программам и возможностям периода, которые есть у лидеров, которые хотят принимать участие в программах для лидеров, которые есть у нас в плане успеха, и также в тех программах, которые мы предлагали дополнительно в нашем плане мечты. И перед тем, как я расскажу вам, немножечко напомню о том, какие программы действуют у нас сейчас на данный момент, я хочу передать слово нашему спикеру, директору из города Витебска Наталье Бирюковой, которая поговорит с вами об увеличении продуктивности консультантов и о работе с системой Novage. Добрый день, уважаемые лидеры, как слышно? Так, отлично. Так, звука нет. Или есть? Все, слышно, отлично. Хочу представиться, Бирюкова Наталья, город Витебск. И сегодня, конечно же, мы будем говорить о продуктивности, как повысить наш средний балл в период тогда, когда мы и так все ждали, что он будет высокий. Потому что всегда... По статистике 16-17 каталог, как говорили уже вчера, кто не находится первый год в компании, да, мы знаем, что даже не напрягаясь, даже не увеличивая, скажем так, свои возможности, конечно же, средний балл и так высокий. Но этот год показал, что так не всегда. Так, громче. Попробуем. Но у меня звук на максимуме стоит. Очень плохо слышно, да? А сейчас лучше? Все, громкость отличная. Вот. И, конечно же, мы посмотрели, что 16-й каталог, он начался не так, как мы планировали, да, что заказы не повалили, люди не побежали делать сразу заказы. И первая неделя 16-го каталога нам повезло, что мы были на саммите в Вильнюсе, нам дали очень сильную, скажем так, обучающая часть именно мотивационную, какие-то знания. И вы знаете, именно там я приняла решение, что в 16-м каталоге мы будем открывать новое звание. Когда подошла ко мне Екатерина Мамедова, да, и спросила, Наташа, ты вообще, ну, за эти два дня что-нибудь новое для себя, да, подумав немного, я поняла, что, конечно же, абсолютно новой информации, если ты не первый год в компании и много обучаешься и посещаешь все обучение, ты, конечно же, не слышишь. Но очень часто, опять-таки, как сказала Екатерина Мамедова сегодня, да, мы сами себя обманываем, что мы много работаем, что мы делаем что-то, но, конечно же, я что-то делаю, я вроде бы как работаю, да, но то, что я делаю, не приносит мне большого результата. И именно на саммите в Вильнюсе было принято решение, что мы будем работать, потому что 16-й каталог – это был последний каталог для квалификации на поездку в Анталию для менеджеров. Это был последний квалификационный каталог на банкет директоров в 2016 году в новом звании. И, конечно, когда решение было принято, стало немного страшно, да, потому что неделя каталога прошла уже. Что же делать дальше, да, с чем работать, как быстро сделать этот результат? И, конечно, выступление Скалдиной повлияло тоже на то, что проанализировав за короткий период времени, восстановив группы в период войны, и когда людям и так, в принципе, ничего не нужно, она работала с дорогими сериями коллаген и делала этот результат. В 15-м каталоге пришел Novage, и, конечно, мы тоже его запустили и хотели попробовать, как это будет работать. С чего же все начинается? Конечно же, первое, что нужно сделать, это принять решение для себя, да, принять решение лидера работать с этой серией. Почему? Потому что нужно изучить этот продукт, и вчерашнее мероприятие, оно, конечно, дало много дополнительной информации, которую мы приняли для себя, будем внедрять сейчас что-то дополнять именно в
всех мероприятиях, всех сессиях и экспертных группах, которые мы уже проводим. Ну и, конечно же, нужно опробовать эту серию на себе, полюбить ее, да, почувствовать текстуру. Не на словах рассказывать, не рассказывать, насколько классная у нас серия, а именно изучить самостоятельно эту серию и принять ее для себя. А второй, конечно же, очень важный момент, то, что когда мы ставим перед собой цель, мы планируем, исходя из того, какие инструменты у нас есть. Кто-то там занимается массовым рекрутингом, да, кто-то, поднимая активность группы, имея большой баг, да, или там увеличивая количество баллов в структуре именно этим. Но, как показала практика, последние два каталога мы работали над поднятием активности. Да, нам и компания выставляла такие критерии, мы очень много звонили, общались со структурой, разговаривали, но всех по итогам каталога и проанализировала, что за 1,5-2 часа ты собираешь заказов на 100 баллов, и люди сейчас делают заказы на 8 баллов, на 14 баллов, на 20 баллов. Я понимаю, что ну, как бы наше время оно ценно, и нужно как-то правильно его направлять в те действия, которые будут приносить такой вот действительно очень классный результат. И так как у нас стояли новые звания – это новые партнеры, это новые уровни в команде, конечно же, мы приняли для себя такой инструмент, как NowAge. Наш бриллиантовый директор, спасибо ей большое, потому что она очень быстро адаптируется к тем изменениям, которые происходят на рынке, и очень классно работать в команде такого лидера. Она быстро принимает решения и дает нам четкий фокус на то, что делать. Буквально пару дней по приезду из Вильнюса Лена провела обучающий вебинар, как нам работать с NowAge, что нам это дает, и провела, конечно же, практическую часть, практическую сессию, как это делать правильно. Как это делать красиво и как делать так, чтобы NowAge, конечно же, покупали. Потому что, как вчера говорил Дмитрий Кваша, серия не дешевая, да, и смотивировать сразу человека на покупку сложно. Но вы знаете, когда мы начали работать этой серией, я поняла, что людям нравится. И неважно, у людей есть деньги или нет, они ее покупают. Они видят классный результат, они видят классную атмосферу, да, и, конечно же, очень важно вот именно, как вы работаете. Следующий момент – это, конечно же, подготовка. Подготовка вас, подготовка команды и подготовка тех инструментов, которыми вы работаете. Сегодня я покажу несколько слайдов именно о том, как это делаем мы, да, как мы работаем и что мы показываем, потому что очень важно вот этот вот момент до. Мы встречаем гостей и заполняем индивидуальные карты, чтобы выявить, скажем так, потребности каждого человека, который к нам приходит, потому что абсолютно каждый из них, они приходят на экспертную сессию. Мы уже в приглашении рассказываем им о том, что у нас сейчас запускается вообще уникальный инновационный продукт, что такого не было еще у нас никогда, да, что над продуктом работали больше 100 ученых, что продукция разрабатывалась 7 лет. Все те цифры, о которых говорил нам Дмитрий, практически все, да, ну именно, чтобы пригласить красиво, да, чтобы создать интригу, мы именно все вот эти вот цифры говорим уже в самом приглашении. И, конечно же, люди уже хотят прийти и попробовать. И мы работаем только с возрастной категорией, сейчас вот, ну, 35-40+, да, то есть те люди, которые с радостью, скажем так, и пониманием относятся к тому, что нужно уже ухаживать за своей кожей, и, конечно же, они сразу видят вот этот вот классный результат. Ну и, конечно же, мы, встретив гостей, усадив их уже за отдельные столы, не сразу за тот стол, где мы проводим саму сессию. Конечно же, вот этот вот момент проведения, всегда мы, те, кто уже работал мастер-классами, спа-уходами, да, нам легко. Нам классно, потому что мы знаем продукт, мы уже знаем, как говорить. Ну, чуть-чуть дополнил что-то, выучил какие-то новые факты о NowAge, да, и делает, в принципе, все то же самое по аналогии. Но, вы знаете, самый важный и, наверное, такой вот страшный момент был для меня, это вот заключение сделки, это последний. Так, Господи, как это сказать, что вот она столько стоит? Как это вот подвести к тому, чтобы, ну, вот было так, что человек пришел и не ушел просто так, да, потому что, возвращаясь к нашей цели, у нас стоял фокус на очень быстрый рост, нам нужно было сделать очень большой прирост, да, в менеджерской структуре для того, чтобы там открыть новые звания. И, конечно же, мы понимали, что не купить этот человек, который пришел, он у нас не может. И, опять-таки, возвращаясь к тому, что у нас в голове, иногда даже, неважно, как мы это делаем, да, может быть, не всегда правильно, а очень часто важно, что у нас в голове, что у нас внутри находится. Если мы дрожащим голосом говорим, сколько эта серия стоит, да, и вот, ну, как бы, хотите сейчас, да, а если не хотите, то вот давайте в другой раз. Я вообще, когда в конце встречи
довожу до заключения сделки, вообще не даю альтернативы человеку, что он эту серию не может для себя не купить. И вы знаете, получается так, что даже если он ее не покупает сразу после того, как наше заканчивается мероприятие, он однозначно в этом каталоге, все те, кто был в прошлом каталоге, ну не все, конечно же, большинство, да, уже 4 человека после проведенных встреч в прошлом каталоге сделали заказы уже в этом. В любом случае они уходят, и мы держим этот момент на контроле. Почему мы выбрали именно те продукты, которые, ну именно новейш, скажем так, да, потому что это, в принципе, первый продукт, который, первый комплексный такой продукт, который дает такое огромное количество баллов. С ним работать очень легко. Легко почему? Потому что при меньшем затрате и своих усилий, и своем времени, ты получаешь действительно очень классный результат. Сессия наша, вот экспертной группы, проходит 1,5 часа по времени, в среднем где-то, да. И на самом деле я проанализировала, что фактически после каждой встречи идет заказ. Даже если это один заказ, да, это сразу по структуре минимум 250-280 баллов проходит. Ну вот после каждой встречи, да. Если я те же 1,5 часа буду сидеть, прозванивать группу, ну сделайте, ну купите, ну вот у нас там лучшее предложение, а вот у нас скидочки, а вот у нас мыть, а у нас вот наборчики такие классные сейчас по 25 тысяч. И я понимаю, что за эти 1,5 часа хорошо, если я соберу там 100 баллов суммарно и опять-таки выслушаю кучу негатива какого-то о том, что у людей нет денег, нет зарплаты, еще что-то. А когда приходят к нам на серию новейш, люди приходят в ожидании чего-то, да, они все как одна вот в отличном таком расположении духа, да, то есть уже приятно начинать работать с этими дамами, девушками, да, вот этой вот возрастной категории. Ну и, конечно же, новейдж, он метод классный, да, но классно запускать его. Первый, второй каталог. Но мы начали думать о том, как же поддерживать все-таки вот этот вот средний, высокий балл постоянно. И, конечно же, мы добавили наши любимые продукты. Это продукты wellness, это, конечно же, ароматы. И ни один, в принципе, человек, который уходит после нашей экспертной вот этой вот сессии, он не включает в себе в набор только, в заказ только набор новейдж. Это увеличение и подписок wellness, это дополнительные заказы. И, конечно же, здесь фокус мы ставим, самый главный фокус, мы всегда как-то ориентировались на серебряный премьер-клуб, у нас всегда было хорошее количество. Мы делали для них активные закрытые мероприятия, закрытые клубы, мы их дополнительно чествовали. Но тот результат, который мы показали в 16-м каталоге, конечно же, он превзошел себя. Мы не думали, что такое количество огромное участников золотого премьер-клуба появится в наших командах, да. И, конечно, те люди, которые видят еще преимущества в деньгах, да, на своем номере регистрационном, которыми они могут воспользоваться в следующем каталоге, заказав опять-таки ту же продукцию Wellness, Life сейчас запускается, да, те же ароматы, продукты для всей семьи. И, конечно же, это опять-таки дает нам возможность поддерживать постоянный вот этот вот высокий средний балл. Возвращаясь к тому, о чем говорил нам даже Дмитрий вчера, почему, ну, как бы с новейш работать легко, почему меньшими усилиями мы делаем лучшие, большие, да, результаты. Потому что по количеству приглашений вам не нужно заниматься там массовым рекрутингом, да, опять-таки мы рекрутируем на холодном рынке, промо-стойки, списки знакомых, мы работаем всеми методами. И, конечно же, на сегодня мы не отказываемся ни от одного метода. То есть новейдж – это, конечно же, как ключевой, как текст приглашения есть, да, если нужно будет, мы дадим, потому что на самом деле очень тоже важно, как приглашать. И, конечно же, сейчас мне очень нравится работать с этим методом. Я задаю себе вопрос: Наташа, почему ты сидела раньше и не делала этого, да? Потому что запускав серии вот такие вот экологены, я могу сказать, что за все время, сколько я работала с экологеном, сколько у нас там по времени, год, да, где-то в компании, именно комплексный уход, хорошо, если у меня там за все это время заказали 15 наборов вот таких вот комплексного ухода. Это были какие-то одиночные продукты, но как-то вот акцент на комплексный уход не делался. То есть сейчас абсолютно каждый человек, он заказывает вот такой вот набор для себя, получает результат, и самое важное, то, что вчера сказал Дима, мы уже это внедрили, да, то есть, ну, как-то само собой получилось. То, что люди действительно любят отзывы вот обычных обывателей. Мы запускали первую сессию, конечно же, мы и первую такую экспертную группу мы проводили, и первый каталог мы работали. В основном это были наши консультанты, активные, неактивные,
То есть те, кто подпадает под возрастную категорию 35+, мы всех абсолютно приглашали. По статистике, из 22 людей, которые вот прошли в 16-м каталоге, ну, чтобы вы понимали, да, 16-й каталог, я сказала, первая неделя, мы были в Вильнюсе. Вторая неделя, вот как говорила тоже Екатерина Мамедова, что она подходила там к кому-то из лидеров, да, они вчера говорили, ну, мы еще будем думать, будем анализировать, принять, не принять, как работать. То, конечно же, я не исключение, приехав, первая неделя был саммит, вторая неделя это вот было принятие решения. Стоит работать, не стоит, а как, да? Ну, как я уже сказала, что наш бриллиантовый директор очень быстро запустил эту серию, то, конечно же, не работать уже возможности не было. Когда ты научился, и ты понимаешь, что шансов по-другому открыть звание у тебя нету, да? Собирать там мыльцы, гели для душа, шампуньки, ты в любом случае не сможешь сделать такой объем и такой прирост. И, конечно же, так как уже от безысходности ты понимаешь, что в любом случае прирост делать нужно, и другой альтернативы, как Novation Ultimate Lift у тебя нету, да, то, конечно же, мы быстренько это и взяли. Вот за одну неделю, первая у нас была сессия, суббота, ровно вот с субботы по субботу, это была третья неделя каталога, последняя. За одну неделю прошло 22 человека, из них 14 человек заказали наборы. Но не из тех 22, которые были, да, заказали наборы 10 из присутствующих, 4 человека заказали наборы просто так, не присутствовав даже на экспертной вот этой сессии. А почему? Потому что не только на сессиях работает это, мы проводим мероприятия для вот закрытого премьер-клуба, для своего, для активности, приглашаем сейчас очень, делаем одно-два большое мероприятие в каталог именно на активность. И мы сейчас везде говорим про Novage, везде. На встречах, просто на каких-то маленьких встречах, на активностях. Мы его показываем, мы рассказываем, мы даем, скажем так, такие заманухи, но не даем его ни в руки, ни нюхать, ни наносить. Да? То есть мы очень сильно продаем наши вот эти вот экспертные группы, да, в которых они могут поучаствовать. И даем, конечно же, на таких мероприятиях тоже заполнять анкеты, где спрашиваем, хотели ли бы люди стать участником этой экспертной группы и потестировать на себе вот эту вот инновационную разработку. И ни в одной анкете не было ни разу еще ответа, что они не хотели бы, и ни один человек еще не отказался прийти. И возвращаясь вот к отзывам, да, о том, о чем я начала говорить, но вот перескочила. Когда мы начали запускать это только на активных консультантах, на наших, то, конечно же, легко, да, потому что это уже категория людей, которые тебе доверяют, которые тебя знают, и у них стоял вопрос, опять-таки, только денег. Да, стоимости именно этого набора, а стоит ли вот и Новый год, и опять-таки кризис, и еще что-то. И вот тогда здесь очень важно дать преимущество. Абсолютно все выгоды, да, вот на предыдущем слайде, где я писала заключение сделки, вот здесь вот вы должны подвести человека к тому, чтобы он понял, что сейчас самое лучшее время приобрести для него этот набор. Мы не даем преимущества того, фактически, что будет, если он приобретет только один набор Novage для себя, да, вот комплексного ухода. Я начинаю рассказывать сразу золотого премьер-клуба, потому что мы работаем Novage и Skin Pro, и сразу заказы, которые у меня делаются, это 280 баллов. То есть в заказе идет Novage и плюс Skin Pro. То есть вот это вот тоже увеличило, скажем так, количество участников золотого премьер-клуба, которые находятся сейчас в наших командах. Кроме этого, дополнительно в этом каталоге все те, кто купил Novage фактически, да, это оформленные новые подписки на Wellness. Да, это тоже круто, это тоже классно, потому что в конце встречи мы всегда говорим о том, что красота снаружи – это не только комплексный уход, да, но мы должны еще и поддерживать эту красоту изнутри. Очень сильно продаем Wellness, продаем школу здоровья, продаем Тониту. И, конечно же, запускаем тех людей, потому что понимаем, что ближайшие 3-4 каталога, они к нам больше за набором комплексного ухода не придут. Да. И, конечно же, даем рекомендации на то, чтобы они приглашали людей. И вот здесь вот очень важно, опять-таки, возвращаясь к отзывам, уже в третий раз, да, перескакиваю, когда наши новички получили первый результат, вот вообще там, ну, люди, которые просто активные, неактивные, пришли, получили результат, купили Novage и начали им сами пользоваться буквально через пару дней, они начинают приходить на следующие вот такие вот экспертные группы, приглашая своих знакомых. И уже не ты продаешь, а они сами продают этот Novage. Они сами продают этот набор, и они рассказывают так, что ты вот сам сидишь и понимаешь, что да, все круто, точно будет заказ. Они рассказывают свои ощущения, они рассказывают, что я тоже так думала, и у меня тоже так было, но ты посмотри на меня.
это на самом деле классно, когда они сами себе продают. Когда вот просто обычные люди друг другу рассказывают, делятся, и, конечно же, доверяя тому человеку, который уже пригласил его на эту встречу, опять-таки не стоит вопрос о том, чтобы он этот набор для себя именно сейчас купил. Ну и, конечно, говорить можно много, но это те результаты, которые мы получили, запустив, ну вот, как я уже говорила, с 28 ноября, даже еще нету месяца, как мы работаем этими экспертными группами, но вот по количеству покупок и по росту тому, который происходит в наших командах. Значит, средний балл, он увеличился. Мы, конечно, я не слышала этого, да, до сегодняшнего выступления Екатерины Мамедовой, что мы должны стремиться к 100 баллам, средний балл по группе. Но вот по итогам 16-го каталога средний балл наш вырос. Был 54, стал 80. Ну, это рост продаж wellness, как и в баллах, так и это абсолютно новые подписки, да. Золотой пример клуб. Вот здесь вы тоже обратите внимание. Было 3 человека, причем, что моя структура, она никогда не... У меня не было никогда продавцов активных. У меня ни разу не было, чтобы мне кто-то там делал по 1000 баллов личными. Да? У меня, ну, как бы средний балл всегда вот такой вот и был где-то. 45, 50, не больше. И, конечно же, вот такое вот количество участников золотого премьер-клуба, как правило, это были менеджеры в структуре, которые являлись участниками золотого премьер-клуба. Из количества 3 по итогам 16-го каталога их стало 11, да. Ну и серебряный премьер-клуб чуть-чуть тоже подрос. Мы очень сильно промируем именно золотой премьер-клуб. Почему там выгодно быть, какие преимущества и какие денежные бонусы вы можете вернуть на свой номер. И, конечно же, когда вы говорите человеку, что новейдж стоит там 1,5 миллиона, 1,6 миллиона, да, если ты там заказываешь скин-про, либо там аромат какой-то, либо пэк оформляешь себе подписку, да, то есть в любом случае автоматически человек, ну, смотря на что вы делаете акцент, в любом случае человек автоматически является участником золотого премьер-клуба. И мы вот здесь вот очень классно говорим о том, что смотри, новейдж стоит там 1,6 миллиона, да, но уже в следующем каталоге, если ты сейчас приобретаешь вот то-то, то-то и то-то, да, компания возвращает 400 тысяч тебе на твой номер. Ты эти деньги сможешь там опять-таки потратить на что угодно, да, то есть на продукцию, и уже новейдж будет тебе не 1,6 миллиона, да, а 1,2 миллиона. То есть вот люди тоже, ну, как бы на это идут. Кроме этого, вчера, когда мы работали в командах, были идеи о том, чтобы поощрять тех людей, которые покупают новейдж. Да, при опять-таки вы же, ну, как бы все лидеры, да, и все понимают, что когда нужен быстрый рост, быстрый результат, быстрый прирост по баллам, то, конечно же, все объявляют какие-то промоушены, какие-то акции, еще что-то. Можно придумывать, мы, ну, как бы вот сейчас мы не поощряем тех людей, которые покупают новейдж, но в любом случае, конечно же, такое есть, такое можно делать, да, и вы можете придумывать свои акции, если дополнительно вы хотите как-то этих людей простимулировать и объявить какой-то промоушен. Ну и, конечно же, это новые уровни в командах, их пока не так много, да, но в любом случае наш план был достигнут, это квалификация на поездку в Анталию менеджера, это был достигнут уровень 18%, и я уверена, что с удачным, успешным закрытием на банкете директоров 2016 года я как лидер тоже буду в новом звании. Какие-то фишки по использованию этой серии, какие-то моменты такие, я даже не знаю, что добавить из того, что нам говорили вчера, да, ну, единственное, наверное, то, что вот мы разделяем по возрасту, да, мы не проводим экспертные эти серии, ну, вот так вот прям с 18 или, там, ну, с 25, да, если вот как-то у Perfection войдет, да, причем, что сейчас нам нечего этим людям еще предложить, да, поэтому мы работаем только с Novage, и поэтому теперь мы вот, ну, в данной ситуации мы работаем только с возрастной категорией 35-40+. И, конечно же, возвращаясь к тому, о чем мы говорили очень много на президентском саммите в Вильнюсе, очень важна ваша позиция как лидера. Очень важно, как вы даете эту информацию. Очень важно, что вы несете людям. Очень важно сама атмосфера и обстановка, что у вас происходит. Мы тоже, скажем так, очень долго вырабатывали систему, как это будет красиво. Мы что-то добавляли, что-то убирали, что-то меняли, да, и, конечно же, с первого раза не получится у вас такого результата, как нам вчера вот Наталья Алексеева показала, вот прям эксперт-сессию, ответила на все вопросы, и с первого раза вы же понимаете все, что, ну, как бы не получится так идеально. Но вы выработаете свою систему, которая близко вам, взяв за каркас вот все то, что нам давали вчера.
потому что на самом деле это тот продукт, который сейчас дает очень классный результат. И однозначно, что в своей команде мы сейчас будем фокусироваться только вот на три этих направления, которые есть. Это комплексный уход за лицом, это продукция wellness, и это, конечно же, наши ароматы, которые тоже все девушки, женщины любят, и которые тоже имеют свой расход, да, и, конечно же, это тоже тот продукт баловый, который, ну, как бы, дает возможность расти и развиваться. И когда мы работаем в дорогой серии, у вас должно быть все дорого. У вас должно быть очень красиво все, очень эксклюзивно, да, и, конечно же, те люди, которые к вам приходят, когда вы их приглашаете в экспертную группу, когда вы говорите, что над этой серией столько работали ученые, и когда вы в конце говорите, сколько эта серия стоит, вот вы должны выглядеть так, и место вашего проведения должно выглядеть так, чтобы человек, не задумываясь, хотел купить эту серию. И это действительно очень классно. И в завершении своего выступления я еще хочу сказать о том, что, конечно же, работа с Novage, она... Я не могу сказать, что это вот прям, ну, как бы сложность какая-то в чем-то есть. То есть на самом деле это абсолютно обычная встреча. Это абсолютно, скажем так, тот новый продукт, который компания, каждый год нас компания радует какими-то там вау-супер инновационными запусками, и мы сразу берем этот продукт и работаем. Но вопрос, конечно же, в нас, вопрос в нашей голове, вопрос в том, как бы, чего мы хотим, какие у нас цели. Мы очень много слышали, и Наталья Шкловская давала нам на саммите в Вильнюсе, да, что они сделали тоже очень быстрый прирост. И вчера нам говорили, что вот 10 наборов – это 12%. То есть, ну, как бы нам показывают рост, ну, как бы, что ты можешь сделать не так много, да, но получить очень классный результат. Но опять-таки, возвращаясь к себе, не каждый из нас принимает решение работать, делать и приглашать. Вот если вы поставите это на поток, если действительно постоянно на ваши вот такие вот групповые встречи, на экспертные сессии на эти будут приходить постоянно люди, я больше чем уверена, что рост новых званий в нашем юбилейном году, в 2017, он действительно заставит абсолютно все страны, наверное, да, гордиться Беларусью и завидовать нашему результату, если мы каждый для себя возьмет вот это вот сейчас как основной инструмент для развития лидерства, для развития своих структур, потому что это действительно круто, это быстро, и это то, что сейчас дает вот такой вот очень классный, колоссальный результат. Ну и, конечно же, в завершении я уже говорила сегодня про своего бриллиантового директора любимого, который очень быстро приспосабливается, да, ко всем изменениям. И вот я хочу пожелать каждому из вас в такой нелегкий период времени, да, когда у людей, может быть, кто-то приходит и говорит, нету денег. Я могу сказать честно, что у нас заказывали наборы вот эти вот комплексного ухода, даже те люди, на которых я в жизни не подумала бы, что они купят. Но я все равно своим командам, всем менеджерам сказала, мы сейчас приглашаем всех. Будем отрабатывать навык, мы будем вырабатывать свою статистику. И даже на тех людей, на которых я думала, что ей это не надо, она это никогда не купит, люди делали по 350, по 450, по 550 баллов в прошлом каталоге. И на самом деле это классно, а самое главное, ни за кого не решать. А как сказал Дарвин, да, выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям. А в нашей стране, наверное, как ни в какой другой, изменений очень много, они очень быстрые, да, меняются законы, меняется экономическая ситуация, не совсем стабильная. И, конечно же, я желаю каждому из вас вот приспосабливаться к этим изменениям и, конечно же, расти, развиваться. Не забывайте о том, зачем вы пришли в компанию Oriflame, не забывайте о ваших мечтах, о ваших целях, о ваших семьях, да, о том, конечно же, для чего мы растем и развиваемся. Вот, поэтому большое спасибо вам всем, еще раз огромное спасибо менеджменту компании, руководству за то, что предоставили мне такую возможность поделиться своим опытом вместе с нами, с вами. Ну и, конечно же, если у вас будут какие-то вопросы, я есть во всех социальных сетях, в скайпе, задавайте, и открыто отвечу на все то, что делаем, поделюсь какими-то фишечками и то, что мы используем для своей работы. Всем большое спасибо, с наступающим вашим праздником, да, с наступающим 2016 годом нас. Новых званий нам в 2016 году. Спасибо.
Спасибо огромное за ваш потрясающий опыт. Давайте все похлопаем. Спасибо огромное за ваше выступление. И я думаю, что вот тот слайд, где Наталья показала свой рост и рост своей команды в каталоге номер 16, как ничто другое говорит о том, что система работы с высокобалловыми продуктами, такими как Wellness Life Plus, такими как Novage, действительно приносит свои результаты, и эти результаты можно увидеть в самые, скажем так, очень кратчайшие сроки, да, то есть человек действительно на саммите будущих президентов принял решение о том, что он хочет открыть новую квалификацию, и уже буквально в течение 2 недель, которые оставались до закрытия каталога, человек сделал тот результат, к которому он шел. Поздравляю, это действительно очень-очень здорово и очень-очень круто. Теперь давайте поговорим с вами немножечко о том, что же мы советуем вам предпринять в каталоге номер 1, причем я очень настоятельно рекомендую вам сделать это еще до Нового года, так как каталог стартует 28 декабря. Обязательно проведите со своей структурой планерку по итогам каталога, в которой вы должны обязательно обсудить итоги каталога номер 17, какие были результаты, отметьте обязательно лучшие результаты, обязательно отметьте новые звания. Я думаю, что это очень приятно будет получить дополнительную долю признания именно в Новый год. И, конечно же, обязательно обсудите план на каталог номер 1 2016. Когда именно вы будете начинать с ним работать, когда вы начнете доставать людей из-под елок, скажем так, и предлагать им замечательную продукцию компании Oriflame, замечательные высокобалловые продукты. Обязательно на своей планерке поговорите с вашими растущими менеджерами о программах Турборост и поговорите с вашими директорами о программе «Мой автомобиль». Как показала моя командировка в Брест, не все, к сожалению, помнят условия данных программ. И сегодня, в дальнейшем, мы еще поговорим с вами об этих программах. Я напомню вам условия, которые есть сейчас на данный момент. И мы с вами вспомним еще раз об этих программах. Обязательно проведите презентацию каталога. Вы можете использовать те материалы, ту информацию, которую вам сегодня предоставила моя коллега Альбина Стрельская. Обязательно составьте план по рекрутированию, по активности, по реактивации, по тому, как вы будете достигать высокобалловых заказов в каталоге номер 1. И обязательно, конечно, обсудите с вашими командами, как вы вместе 10 января приедете в Минск и примите участие в большой встрече Oriflame, которая пройдет во Дворце спорта. Как вы уже знаете, мы получили только предзаказом около 3000 заявок от тех, кто хочет поприсутствовать на этом мероприятии. Поэтому их и потрясающих мероприятий следующего года. Также на планерке вам я очень советую обсудить то, как максимально активизировать ваших консультантов, ведь новогодние праздники, они у нас ассоциируются с тем, что они у нас длятся очень долго. Некоторые отдыхают вплоть до 10 чисел января, и несмотря на то, что каталог, казалось бы, длится 4 недели, в итоге он получается даже немножко короче, чем стандартный каталог. Мы начинаем работать с ним немножечко попозже. Не нужно так делать. Обязательно обращайте внимание на то, что нужно обязательно начинать работать с каталогом именно с самого начала года. Помните, что вы все еще, если у вас остались баллы по программе лояльности, можете обменять их до 4 каталога 2016 года включительно. Мы будем высылать вам, как и ранее, отчеты о баллах, которые у вас остались, которые будут сгорать именно в каталоге номер 1. И вы сможете звонить вашим консультантам и напоминать, что они могут все еще забрать замечательные подарки от компании Oriflame. И обязательно, конечно, следите за контролем рекрутирования в вашу персональную группу. Как уже сегодня рассказала Наталья,
достигать хорошего рекрутирования и активности, и высоких балловых заказов, это действительно очень легко и просто. Это намного проще, чем звонить и предлагать сотни, скажем так, средств по уходу за телом, будь то шампуни, мыло и что-либо еще. Намного проще и по времени, и по силам предложить один набор на Wage и получить целых 205 бонус-баллов за каждый набор. Обязательно проводите такие сессии. Также я очень советую вам на планерке обсудить специальное предложение для участников премьер-клуба. Как говорила Наталья, у них есть даже специальные мероприятия для участников золотого премьер-клуба. Это закрытые мероприятия, на которые приглашаются только те, кто размещает высокие балловые заказы от 200 баллов бонуса и более. Я думаю, что это отличный пример того, как можно поддерживать именно эту категорию консультантов, которые занимаются непосредственно высокими балловыми продажами. И обязательно на вашей планерке также обсудите предстоящие праздники, ведь с Новым годом не заканчивается наша череда праздников, а только начинается. И нас впереди ждет второй каталог, в котором мы будем праздновать как День Святого Валентина, так и 23 февраля. Это еще один дополнительный повод позвонить вашим, возможно, спящим консультантам и напомнить им, что Ариклэйм является не только официальным поставщиком новогодних подарков, но и вообще, в принципе, подарков на любой из праздников. И, как я уже говорил, обязательно проведите такое мероприятие по награждению ваших новых званий и по признанию. Обязательно похлопайте им, обязательно подарите им какие-то небольшие подарочки. Я думаю, что это всем будет очень приятно и будет дополнительным стимулом для того, чтобы расти дальше. Также, как я уже говорил, вы можете и должны отслеживать контроль ваших квалификаций. Это квалификации на бриллиантовую конференцию, это квалификации на банкет директоров, это квалификацию на менеджерскую конференцию и конференцию для лидеров. Мы обязательно вышлем вам, как мы высылали вам ранее, чек-лист, по которому вы сможете прямо у себя в компьютере ставить галочку, сделано, не сделано, сколько еще осталось. Я думаю, что это отличный инструмент для того, чтобы отслеживать свой прогресс, отслеживать свою квалификацию. И обязательно, как я уже говорил, проведите презентацию каталога номер 2 2016, то есть я говорил уже, будет очень много праздников в этот каталог, и я думаю, что это отличный повод поработать с каталогом еще в периоде номер один. Вот такие вот предложения, которые мы как компания предлагаем вам провести по активностям. И третья часть, которую я сегодня хотел бы с вами поговорить, это лидерские квалификации, актуальные в каталоге номер один. То есть это как раз то, о чем я говорил ранее, это квалификации на конференции, квалификации в наших программах. Давайте продолжим. И я хочу напомнить, что все еще действует квалификация на менеджерскую конференцию в Анталии. Ну, точнее, уже не в Анталии, я думаю, что вы все понимаете, что в связи со сложной политической ситуацией компания Ariclaim просто не может позволить себе отправить своих дорогих и любимых консультантов, скажем так, в довольно кризисную страну, да, и сейчас мы ищем варианты, куда бы мы могли отправить вас так, чтобы вы отдохнули, чтобы вы получили свое признание абсолютно безопасно, чтобы вам ничего не угрожало, поэтому не беспокойтесь, компания вас не оставит. Да, продолжайте свою квалификацию, вот мне подсказывает Катя. Давайте вспомним с вами, что же нужно для того, чтобы получить билет на менеджерскую конференцию. Обязательно нужно достигнуть определенного уровня по плану успеха, в зависимости от того, с какого уровня вы стартовали. Опять же, обязательно подтвердить этот уровень определенное количество каталогов, которое прописано в условиях программы. Я могу сразу сказать, что если, может быть, кто-то еще
подзабыл эти условия или не может их сейчас отыскать, то вы спокойно можете обращаться к АСМам. Мы обязательно вам подскажем по всем условиям. Обязательным условием является подтверждение того звания, на которое вы должны выйти в каталоге номер 2. То есть вы помните, что мы продлили квалификацию на менеджерскую конференцию с каталога номер 1 на каталог номер 2. Соответственно, именно в каталоге номер 2 вам обязательно нужно подтвердить тот уровень, на который вам необходимо выйти. И также обязательным условием является рекрутирование. Вам необходимо в течение 9 каталогов из 13 выполнять минимальный план по рекрутированию, и также у вас должно быть определенное суммарное количество квалифицированных рекрутов за весь период квалификации. Он, опять же, зависит от того уровня, на котором вы стартовали свое участие в данной квалификации. Давайте продолжим дальше, и я хочу напомнить, что все еще действует программа «Мой автомобиль» для директоров, которая выплачивается тем, кто растет по сравнению. С своими итогами, со своими показателями. Следующего каталога является уровень директор, уровень 2%, и также, если у вас есть 22% группа, то вам необходимо держать отрыв 3000 бонус-баллов. И обязательным, самым обязательным условием, о котором почему-то очень часто наши лидеры забывают, являются 200 личных бонус-баллов в том каталоге, в котором вы хотите получить свой бонус. Плюс еще есть дополнительные условия по рекрутированию, о которых вы можете узнать в своем информационном листке. И сейчас мы с вами вот так проговорили немножечко программы, вспомнили, какие лидерские активности необходимы для того, чтобы успешно работать в каталоге номер 1. И сейчас я хотел бы пригласить на нашу импровизированную сцену директора Елену Шкленик, которая поговорит с нами о планировании работы и достижении поставленных целей, о том, как это работает у нее в структуре. Елена, вам слово. Встречаем. Всем здравствуйте, меня зовут Елена, и сегодня я буду рассказывать о том, какой был прошлый год у меня и у моей команды. Конечно же, он был сложным, но тем не менее этот год был успешным. За это время очень многое изменилось, и самое главное, что это изменилось в моих мыслях и в моей голове. Потому что в самом начале, когда я пришла в Oriflame, очень быстро было открыто звание директора за 4 каталога. Казалось, все очень легко и очень просто. Но на самом деле это не так. Как говорят, выживает сильнейший, и этот год нам всем, я думаю, показал, насколько сложно, когда ты работаешь не так, как ты должен был бы работать. Потому что мы все... казалось, вот как сейчас как раз такой период, вот даже взять прошлый год, люди сами шли, люди звонили, люди размещали заказов, не хватало продукции на складе. Это был просто такой огромный ажиотаж на нашу продукцию, что казалось бы, что так будет всегда. И произошло что-то, что мы, по сути, никто не ожидали, что вот вдруг и Oriflame будут покупать, но не так, как нам хотелось бы. И когда произошло вот это вот все понимание, стало намного легче работать. С чего все началось? У нас очень мудрый вышестоящий спонсор Катя Гераскина, спасибо ей огромное, она стала объединять нас в огромную команду. Летом мы начали посещать тренинги. Это были тренинги у Кати и Кости в усадьбе, где мы учились лидерству, где мы учились взаимопомощи и поддержке.
Они после этих тренингов, ты понимал, что ты участвуешь не по отдельности, а что рядом с тобой большая команда, которая может, на которую ты можешь рассчитывать, на которую ты можешь опереться. И в таком огромном количестве людей намного легче работать и достигать целей, которые ты для себя ставишь. Когда мы работаем в команде, мы можем достигнуть большего. Следующим нашим шагом это было открытие офиса. У нас появилось очень красивое место в центре города, куда можно приглашать людей. После мы всей командой практически поехали на саммит в Литву, где мы зарядились огромной мотивацией. Лично меня на тот момент очень впечатлил Кирилл Воробьев. Он рассказывал о том, что когда мы находимся в состоянии такой зоны комфорта, очень из нее сложно выйти и очень непросто достигнуть поставленных целей. И он прямо говорил, создайте себе такие условия, что вам просто будет очень сложно не сделать какую-то квалификацию, не выполнить что-то, что будет, принесет вам какие-то дополнительные деньги. И я приняла решение, что ждать чего-то, что что-то изменится, изменится какая-то другая станет экономическая ситуация в стране, или придут те люди, которых ты очень ждешь, и тут станут директорами. Не стала я ждать, и я купила автомобиль. Вот, да. Этот автомобиль, это Шкода, это по программе мой автомобиль, однозначно белая, однозначно с логотипом, то есть, когда... Очень много я уже проехала на этом автомобиле, меньше чем за месяц, уже почти 3000 километров я намотала. Я езжу по регионам, у меня много где есть консультанты, и я рассказываю им всегда о возможностях компании. То есть это могут быть просто консультанты, потребители нашей продукции, но я всегда ловлю возможность, чтобы им рассказать о возможностях, рассказать о бизнесе. И когда я рассказывала о том, что мы можем... купить автомобиль, что есть такая программа, у меня был старый Citroёn. И сами понимаете, то есть ты директор, как бы ты рассказываешь про автомобиль, а у тебя его нет. То есть как-то, ну, слова не совсем совпадают с действиями. И вот даже в «Расскажи» получился такой небольшой казус. Я из салона уже выезжала с брендированной машиной, и в течение 10 дней, знаете, нужно поставить на учет в ГАИ, пройти техосмотр. Когда я приехала на техосмотр, мне сказали, сдирай наклейку. То есть, либо у тебя должно быть согласование с органами там, и с ГАИ подтверждение, ну, не пройдешь техосмотр. Я его не могла не пройти, потому что это уже был последний день. И, то есть, как я покупала машину ради того, чтобы на ней был наш бренд. То есть это для мужчин, они стали, говорят, женщины, вы какие-то странные, у вас машина 15-го года, а вы паритесь из-за какой-то наклейки. Но я прошла техосмотр, и я не сотрала свою наклейку, потому что я знаю, что если мы чего-то хотим, мы этого обязательно получим. Уже как мы это получим, это уже другой момент. Конечно, вот я почему-то... Решила, что нужно ставить в такой слайд, что страх исчезает, когда вы начинаете делать то, чего боитесь, вместо того, чтобы об этом думать. Принять какое-то решение, открыть новую квалификацию, приобрести автомобиль, либо даже просто пойти к своему старому знакомому. Если мы об этом думаем и не делаем, мы тратим на это намного больше энергии. Поэтому если мы приняли какое-то решение, делайте, не задумываясь. В действии появляется энергия, которая приведет вас дальше к какому-то результату. А что мы делаем, когда мы, ну, то есть, конечно же, это вот такие, но есть же действия, есть же работа. То есть мы очень много командой раздаем каталогов. Мы инвестируем деньги в текущие каталоги и за контакт их раздаем. Также у нас есть старые каталоги, которые мы раздаем просто и очень много. То есть есть результат, это как, знаете, это очень похоже на листовки, их нужно раздать очень много, но звонят люди,
Либо они становятся просто клиентами компании, делают какую-то разовую покупку, либо же эти люди регистрируются. Мы каждому предлагаем пройти, естественно, спа-уход, электронное сканирование состава массы тела, приглашая их в дальнейшем на Life Plus. Что мы делаем еще? Мы, конечно же, тоже работаем с серией Novage. Еще могу немножко так своим видением поделиться. Вообще всегда все считаю, в бывшем я бухгалтер, главным работала 10 лет, что в любом бизнесе нужно делать какой-нибудь, вообще любой бизнес нужно инвестировать. И наш бизнес, может, не так много денег нужно инвестировать, но все равно инвестиции какие-то нужно проводить. Либо это будет офис, где нужно платить арендную плату, либо это нужно покупать каталоги, либо совсем недавно, буквально на прошлой неделе, предложила проспонсировать мероприятие, это в наркозе, в бывшем наркозе было мероприятие, называлось марафон по фитнес-аэробике «Аэромакс». То есть наше инвестирование было всего лишь в подарках. То есть конкурсантов нужно было наградить подарками. Это были подарки, конечно же, компании «Орифлейм», но нам предоставили на 4 часа холл, где мы стояли на промостойках, где мы раздавали очень много раздаточного материала, где мы анкетировали людей, где мы собирали контакты. После чего сами знаем, что мы делаем с этими контактами. Мы работаем с ними, как всегда. Мы приглашаем в офис, на ВВО, спа-уходы, wellness, кому что интересно. Потому что заполнялись анкеты. Что для вас интересно? Было бы посетить мастер спа-уход за лицом, встречи возможностей Арифлейм, либо wellness. Кстати, из трех стоек, которые у нас стоял wellness, Novage и декоративная косметика. Самое популярное было wellness. То есть это говорит о том, что сегодня программа по улучшению состояния здоровья людям очень актуальна и очень интересна. Такое, вот «Измени образ мышления и изменишь свою жизнь». Это слайд хочу приобщить к тому, что для того, чтобы начать действовать, нужно поставить цель. А прежде чем поставить эту цель, нужно заиметь очень жгучее желание. Такое желание, которое будет не давать вам уснуть и будет поднимать вас утром с постели, вы будете просто вскакивать и думать, что еще сегодня я могу сделать. То есть найдите для себя что-то такое, что будет вас мотивировать, то, что будет не давать вам покоя, вы будете постоянно об этом думать. И тогда вы достигнете своих поставленных целей. Как раз сейчас Новый год, и в Новый год мы можем загадывать любые желания. Загадайте, будь то это либо новая квалификация, либо поездка на золотую бриллиантовую конференцию. И действуйте. И тогда у нас все получится, и мы в самом деле в 2017 году взорвем компанию «Орифлейм» среди всех, как сказала Наташа Бирюкова, что у нас будет больше всех новых званий, чем у кого-то бы не было. Верьте в свои мечты, достигайте своих целей, но самое главное – работайте и очень много. Ведь все дело в действии. Спасибо. Елена, спасибо большое за вашу презентацию. Я думаю, что это отличный показатель лидерства, то, что человек принял решение, и несмотря ни на что, ни на какие внешние факторы и обстоятельства, которые сейчас действительно есть, все равно он делает свою работу, он делает успех и идет к своей цели. Это просто замечательно. Я думаю, что стоит еще раз поаплодировать Елене. Ну, а подвести итоги нашего вебинара и еще раз проговорить об акцентах каталога номер один, о работе с высокобалловыми продуктами, я приглашаю мою коллегу, начальника, Екатерину Дудко.
Добрый день, дорогие лидеры. Сейчас, минуточку, я чуть-чуть перенастрою. Все отлично, все готово. Я рада приветствовать нас на итоговом, фактически финальном вебинаре 2015 года. Сегодня мы много говорили о наших результатах. И я бы хотела начать наш с вами разговор с прошедшего мероприятия, которое состоялось буквально вчера. Это был семинар-запуск, о котором мы говорили о развитии лидерства с помощью категории средств по уходу за лицом NoveAge. Мы достаточно много времени уделили деталям, нюансам, моментам о том, как эти сессии должны проходить в ваших командах, для того, чтобы вам после возвращения домой, участниками нашей вчерашней сессии стали 200 лидеров, для того, чтобы после того, как вы вернетесь к себе в своей команды, вы смогли максимально быстро запустить эту систему в работу в ваших командах, ну и уже повторить, наверное, во всех ваших менеджерских структурах результат, тот, который рассказывала Наталья Бирюкова. Немножечко поподробнее для тех, кто был вчера, и для тех, кто не был, я думаю, что вы заинтересуетесь той системой, которую мы рассказывали вам вчера, ну и в самое ближайшее время. Я думаю, что через несколько каталожных периодов у нас с вами два варианта. Да? Либо вы просмотрите то видео, которое записывали лидеры, будучи участниками этой сессии, либо же вы через несколько каталогов станете участниками повторной системы запуска, ну и сможете потом это все дублицировать в ваших командах. Итак, говорим с вами о том, что вчера состоялся семинар, и сейчас мы хотели бы с вами поговорить об акценте на серию NoveAge. Я хочу обратить ваше внимание, что NoveAge должен быть красной нитью во всех ваших мероприятиях, независимо от их уровня. Будь это большие мотивационные встречи, может быть, это будут ваши планерки. Также я настоятельно рекомендую вам, независимо от уровня вебинара, вебинар продуктовый или вебинар лидерский, всегда делать акцент на серии NoveAge. Это могут быть рекомендации по использованию для наших консультантов и потребителей, или же это могут быть рекомендации по работе серии NoveAge, о том, как проводить сессии эффективно, какое количество человек приглашать, как готовиться, чем наполнять, как завершать сделку, потому что сейчас на данный момент мы видим одну и, как нам кажется, особую проблему на данный момент – это неумение наших менеджеров, консультантов, которые предлагают такой инновационный продукт, но в то же время продукт, который не стоит дешево, они не умеют завершать сделку, и этому нам надо учить наших консультантов и менеджеров для того, чтобы продажи этой системы действительно били рекорды не только в каталогах номер 15, 16 и 17, но все последующие каталоги в течение 2016 года. Также ежедневные рассылки или рассылки по электронной почте для всех участников вашей команды, ну и, конечно, внешних потребителей, которые еще не присоединились к вашей команде. Это социальные сети, это ваши странички, это лендинг-странички. Обязательно уделяйте внимание несколько раз в каталог, напоминайте людям, окружающим вас, о том, что существует такая потрясающая серия NoveAge. Если вы еще не стали ее обладателем, то обязательно спешите. Также я хотела бы, чтобы на всех ваших планерках с вашей команды, с подрастающим поколением, вы обязательно уделяли должное внимание, и это действительно тема каждой планерки, да, вне зависимости старта этого каталога или завершения этого каталога, для того, чтобы на каждой планерке вы говорили с вашей командой о сессиях по уходу за лицом с помощью серии NoveAge. Ставили планы, смотрели, сколько людей пригласили, сколько хотели пригласить. Если какой-то план был вами не достигнут, тот, который вы поставили, то обязательно пересмотрите те действия, которые вы делали, и у вас все обязательно получится. Если говорить с вами о системе запуска данной системы в вашей команде, то мы рекомендуем вам три этапа. Первое, после возвращения домой и после получения информации вчера на нашем семинаре, ну а тех, кого не было, возможно, вы пересмотрите вновь видео, да, возьмете у лидеров, которые производили запись, и повторите такой централизованный семинар у себя в своей команде. Я рекомендую вам сделать этот семинар двухдневный. Вот, например, полтора месяца назад Дмитрий и Наталья приезжали
в мою команду, команду отдела продаж, и проводили с нами аналогичный тренинг. На первой части мы получили вводную информацию, теорию. Мы посмотрели на то, как Наталья проводит сессию самостоятельно с нами, да, фактически протестировали сами на себе. После этого нас отправили благополучно домой, дали нам все материалы и сказали, что завтра сами и уже проводить сессию по уходу за лицом друг другу. Ну и следующий вызов, который был для нас самым ответственным, мы проводили такую аналогичную сессию нашим лидерам. Ну и, конечно, тем самым, поверьте мне, пройдя вот такой вот тренинг, такой вот запуск, мне кажется, только ленивый не начнет проводить сессии по уходу за лицом. Но если вдруг нашелся такой человечек, который прошел семинар-запуск и все же как бы чувствует какие-то определенные трудности в проведении таких сессий, мы рекомендуем вам примерно раз в каталог проводить у себя в команде практические тренинги, навыки проведения сессии по уходу за лицом. Это будут сокращенные сессии, и состоять они будут только из практической части, где вы презентуете информацию о зонтичном бренде Novage, и после этого вы уже производите мастер-класс, вы проводите сессию непосредственно по уходу за лицом со своими ключевыми бизнес-партнерами. На такой практический тренинг вы можете приглашать тех, кто уже прошел сессию, но по какой-то причине пока еще стесняется, не может или не уверен в себе. Также на такие практически приглашать тех консультантов и ваших менеджеров, которые проявили желание попробовать себя и свое, и вы можете пригласить их на такой вот практический тренинг, ну а после уже вы можете пригласить его на сокращенный запуск семинар для всех своих консультантов, разъявили желание. Материалы по всем трем тренингам, это большой семинар-запуск, это практический тренинг и клуб экспертов по уходу за лицом. На текущий момент стать участником этой закрытой группы, если вы не были на прошедшем мероприятии 22 числа, стать невозможно. Я думаю, что мы с вами здесь уже будем ждать следующего семинара-запуска, ну или же вы активно принимаете участие в сессиях по уходу за лицом ваших лидеров, которые вчера присутствовали на нашем мероприятии. Двигаемся дальше, и хотелось бы поговорить о том, как проверить свою эффективность. Насколько эффективны вы после запуска сессий в ваших командах? И для этого мы определили какой-то минимум. Этим минимумом является 3 сессии по уходу за лицом в неделю, которые вы должны проводить вместе со своей командой. Если их будет больше, то, конечно же, результат у вас будет гораздо выше. То, о чем сегодня говорила Наталья. Действительно, количество приглашенных и количество проведенных сессий напрямую зависит на увеличение вашего товарооборота. Ну, а если вы возьмете количество приглашенных, умножите, что хотя бы процентов 70 человек, которые пришли к вам на встречу, сделают заказ на серию Novage, то как минимум в первом каталоге мы получим с вами рекордное количество новых старших менеджеров. Ну, а с другой стороны, почему бы и нет, не получить это количество, рекордное количество в каталоге номер 17. Также хочу обратить ваше внимание, что работа АСМА уже начинается второго квартала, также будет базироваться, работа АСМА и лидера тоже будет базироваться на сессиях по уходу за лицом. Это будет значить, что одним из условий для встречи с АСМА, для координации или для поездки АСМА в регион, в вашу команду, или же для участия в вашем мероприятии, мы будем, у нас будет такой один из критериев, проводите ли вы сессии по уходу за лицом или не проводите. Если не проводите, то, конечно, приоритет в координациях, поездках и в плотном сопровождении будет тем лидерам, которые проводят у себя сессии по уходу за лицом, активно развиваются, ну и, конечно же, растут по карьерной лестнице вместе с компанией. А также я вам сказала, что у нас существует группа, клуб экспертов по уходу за лицом. В эту закрытую группу мы уже пригласили всех участников вчерашней встречи. Если кто-то пока еще не попал в эту закрытую группу, то я настоятельно рекомендую вам на Екатерину Корзюк в социальных сетях, в Фейсбуке, добавиться к Екатерине в друзья. Катя обязательно проверит ваше присутствие по спискам на вчерашней встрече. И если вы там были, она с большим удовольствием добавит вас в эту закрытую группу. Что необходимо делать в ней?
Там необходимо вам делиться вашей команде и, конечно, давать комментарии о ее проведении. О том, что было хорошо, о том, что можно сделать лучше, ну и так далее. Тем самым у нас за неделю будет более 200 постов, и представляете, какой это огромный масштаб, такой проект по обмену опытом между лидерами, которые проводят сессии по уходу, тоже запомнить, потому что он будет очень важным для моей следующей темы. Вот так вот выглядит наша страничка «Клуб экспертов по уходу за лицом». Сейчас у нас уже 79 участников, и я хочу сказать, что уже за прошедший вечер и за сегодняшнее утро там достаточно много полезной и интересной информации. Я отдельно хочу поблагодарить за скорость команду. Они сделали публикации уже буквально вчера, работая в группах, и хочу вам сказать, что мы сами читали и понимали, что на такой пост сразу входит в твое внимание в социальных сетях. Поэтому огромное вам спасибо. От остальных участников команд мы ожидаем в нашей закрытой группе. Я очень прошу тех лидеров, которые несли ответственность за работу в группах, напомнить вашим онлайн. Продвинутым лидерам для того, чтобы они в течение сегодняшнего и завтрашнего этой группе также я хочу вам сказать, что в эту группу мы будем выкладывать все материалы. Хочу вам сказать, что эти материалы будут уникальными, условно говоря, их невозможно будет получить нигде, кроме этой закрытой группы. Уже сегодня Андрей для вас выложил ссылку для скачивания презентации, которая была вчера. Прошу вас не распространять эту ссылку и не скидывать ее в чаты, далее в социальные сети, а все-таки использовать ее только для своей команды. Все-таки раз вы уже вчера потратили 10 часов плодотворно, да, не потратили, инвестировали 10 часов в свое развитие, давайте все-таки будем те инструменты, которые дала нам компания, держать, словно говоря, при себе. То есть это не значит, что зайдя по ней через 3 дня, вы не найдете там более этой презентации. Вы можете скачать презентацию через неделю, через 2 или через 3 и так далее. Присоединяясь в любое время к этой группе, вы сможете забрать эту информацию для себя и для своей команды. Будет различная поддержка в виде тренингов, материалов по презентациям. Конечно же, будут различные лекции. Все появится в нашей закрытой группе. Вы можете скачать и распечатать это для своей команды и использовать. Тем более, это очень хорошая подсказка на первое время, пока ваше подрастающее поколение, ваши молодые менеджеры не выучат наизусть то, что необходимо презентовать на наших сессиях. Ну и, конечно, там уже будет подготовлено для вас видео. Если говорить далее, то мы также будем для вас публиковать очень интересную экспертную информацию. Готовить мы ее будем к каждому запуску каталога. И вот сейчас я хочу на примере каталога номер 1 рассмотреть с вами информацию, которую мы будем готовить специально для наших экспертов по уходу за лицом. И также мы будем публиковать ее в закрытой нашей группе и только для участников вчерашней прошедшей сессии. В первом каталоге мы будем разговаривать с вами о трендах каталога, для того, чтобы вы понимали, в каком направлении будут оставаться все наши посты, которые мы будем размещать на наших страничках в социальных сетях, ну и не только, наверное, делиться этим с помощью рассылок и смс-сообщений и так далее. Мы будем в первом каталоге говорить о шикомании. Все мы понимаем, что сейчас такое достаточно сложное время кризиса, и люди сейчас гораздо более избирательно подходят к выбору продукта. Они смотрят на его качество, они смотрят на его стоимость, и сейчас они хотят покупать продукты высокого качества, но по очень доступным ценам. И поэтому первый каталог – это действительно каталог возможностей, когда в нем представлены 250 продуктов с огромным
огромными скидками, начиная от 10% и более цена. И нам необходимо в период первого каталога донести эту информацию до всех наших с вами консультантов и потребителей. Более развернуто будем говорить с вами о тренде, в чем он проявляется, какие направления и как вы можете использовать это в своей текущей работе. Конечно же, мы будем говорить с вами о основных продуктах, представленных в эти каталоги, которые вызывают наш с вами интерес, и тем самым вы можете также делать публикации с этими продуктами в ваших социальных сетях. Также мы будем поддерживать вас вот таким вот графиком постов на каталог, и мы будем давать вам информацию, так сказать, направление к каждому из этих постов. Например, вот вы видите, в понедельник мы хотим поговорить с нашими консультантами в социальных сетях о том, что в каталоге номер один на 150 страницах представлено более 250 продуктов бестселлеров, действительно с огромными скидками. Мы вам даем такую вводную. Она будет такого черненького цвета всегда выделена, но уже красное дополнение – это то, что вы хотите написать от себя. То есть мы вас направляем, да, даем вам первую часть для креатива, а уже потом вы развиваете свою мысль и публикуете это все в социальных сетях. Потом мы с вами предполагаем, что в следующий понедельник мы говорим с вами о скидках. И уделяем им особое внимание, и уже на третий пост, и, конечно, сделаем публикации. Я более чем уверена, что это позволит вам действительно быть неповторяемой в социальных сетях, то есть вас всегда будут интересные, увлекательные посты. У вас всегда будут интересные, которые не просто уже в вашей команде и или окружают вас, а те люди, которые еще никогда с вами не знакомы, будущим вашим консультантом, а еще лучше будущим бизнес-партнером. Ну что ж, переходим с вами дальше. И вот у меня был такой хороший слайдик, нет моего любимого слайдика. А я хочу с вами поговорить о мероприятии, которое ждет нас 29 января. Это запуск новой, обновленной Академии красоты по уходу за кожей. Дорогие лидеры, можно попросить всех присутствующих вчера на мероприятии 22 числа написать свой маленький отзыв, как вам мероприятие, для того, чтобы мы смогли доказать или еще раз убедить всех присутствующих, что мероприятие, которое состоится 29 января, будет просто невероятным, и вы получите там самую последнюю и самую эксклюзивную информацию. Спасибо вам большое! Все начали писать, круто, спасибо, очень профессионально. Знаете, что самое главное, что вчерашняя информация, она настолько понятна, и она настолько легко дуплицируемая в команде, что когда ты был на этом мероприятии 10 часов, ты понимаешь, что ты уже завтра можешь выйти и презентовать своей команде всю эту информацию. И что если вы вместе соберетесь и вместе проведете себя такой семинар-запуск, то у вас будет не только 3 сессии в день, у вас будет по 3 сессии в день. Спасибо вам большое за отзывы. Я всех вас хочу пригласить на Академию красоты. Вы используете эти материалы уже давно. Я знаю, что многие лидеры на постоянной основе из года в год проводят в своих командах различные академии. Академии wellness, Академии красоты, декоративная косметика. Конечно же, Академии бизнеса. У нас это слово действительно вызывает такое глубокое уважение и понимание, что после участия в такой академии, после такого грамотного обучения наша команда развивается просто невероятными темпами. Поэтому я хочу пригласить вас на Академию красоты, на запуск обновленной Академии. И сейчас хочу объявить вам условия квалификации на это мероприятие. Для того, чтобы квалифицироваться на премьеру обновленной Академии красоты с двумя вашими менеджерами, вашей персональной группы, да, то есть представляете теперь, какое у вас огромное преимущество. Если на сессии по уходу за лицом вчера вы были только вы, только лидер,
И многие уже, вот я видела и в социальных сетях, и в чатах писали: дорогие мои менеджеры, вы не представляете, какая здесь потрясающая информация, какая здесь потрясающая атмосфера. Я совсем скоро приеду к вам и все вам расскажу. То у вас есть уникальная возможность на Академию красоты квалифицироваться вместе со своими двумя менеджерами. И уже сразу, условно говоря, не отходя от Академии, да, и сразу на этом месте обучиться вместе со своей командой, да, и уже приезжая в свою команду, возвращаясь в свой регион, в свой город, вы будете не только вы будете эмоционально заряжены и получите информацию, но у вас еще будет хорошая такая поддержка, хорошее подспорье в виде ваших менеджеров, которые тоже приедут и скажут: вы не представляете, какая невероятно крутая, какая невероятно полезная информация была презентована нам на Академии красоты. Давайте завтра повторим у себя эту Академию, пригласим абсолютно всех консультантов, которым интересно развиваться с помощью, благодаря серии по уходу за лицом. Что же нужно делать? Так, какую-то долгую я подводкой шла. Необходимо делать минимум один пост в неделю в нашей закрытой группе «Клуб экспертов красоты» с фотоотчетом и комментарием о прошедшей сессии по уходу за лицом серии «Novage». Я думаю, что это несложно, и тем более, если вы действительно это делаете раз в три недели, то уделить 5 минут времени у вас точно получится. А моя коллега Катерина Корзюк будет отслеживать такие посты в нашей закрытой группе и будет у себя в определенном файлике ставить галочку. Ага, наш топ-лидер Инна Костюкевич совершила один пост вместе со своей командой, провела 3 встречи на Вейдж в неделю, галочка, все отлично, значит, по итогам первой недели после прохождения сессии у Инны уже есть результат, значит, мы можем приглашать Инну на нашу Академию красоты. Эти посты вам необходимо будет совершать в течение 5 недель, фактически до самой Академии красоты по уходу за лицом. То есть это у нас сколько? 1 неделя до Нового года и фактически все 4 недели первого каталога. Поэтому набирайтесь, да, 5 постов вам надо совершить, сделать. То есть набирайтесь информации, смотрите мою предыдущую информацию, проводите сессии по уходу за лицом, ну и делитесь своим опытом. Давайте пройдем с вами дальше. Вот так будет выглядеть наша новая с вами Академия красоты. Она будет состоять из 5 блоков. Блоки будут небольшими, примерно по 10-15 минут. Светлана Жданюк спрашивает: 3 раза в неделю? Наталья Бирюкова отвечает ей правильно. Один раз в неделю необходимо делать пост. А 3 раза в неделю, Светлана, вам необходимо проводить в своей команде сессии по уходу за лицом. Это я вас, наверное, запутала. Тут столько всего. А Ирина Евтушок абсолютно правильно говорит, что надо проводить каждый день и посты делать тоже каждый день. Ну что ж, у нас с вами будет 5 блоков. И первое у нас будет вступление и заключение. Вступлением у нас будет являться потрясающее видео от вице-президента Oriflame России и Беларуси Юрия Михалюка, которым в своем эксклюзивном видео расскажет нам с вами об актуальности категории средств по уходу за лицом и как эта серия поможет вам развивать лидерство в вашей структуре. Это видео действительно будет эксклюзивным, получат его только участники Академии красоты, которые пройдут ее 29 числа. После этого мы с вами разберем все блоки нашей Академии, поговорим о них, наверное, гораздо более подробно, нежели вы просто просмотрите слайдовую информацию или получите по ним видео. Мы поговорим о продуктах компании Oriflame, о том, как они производятся, почему компания так много времени уделяет исследованиям и так далее. Во втором блоке мы поговорим с вами о текущем портфолио, которое есть в нашей компании. Здесь, кстати, вот эта Академия красоты, она очень интерактивная, она будет состоять и из презентаций, и из видео, и из достаточно большого количества интерактивов. После мы с вами разберем наш первый интерактив портфолио продуктов. Здесь мы будем говорить о разных категориях продуктов, как их подбирать, как их совмещать,
как не запутаться в выборе той или иной серии по уходу за лицом и так далее. И в третьем блоке мы будем получать общие сведения по уходу за кожей лица от наших экспертов. Здесь мы поговорим о нашем фактически пятиступенчатом, да, четырехэтапном уходе за кожей лица, почему это необходимо делать, почему это важно. И я думаю, что часть вопросов, нужно ли тонизировать лицо, нужно ли его очищать, или я могу просто умыться мылом, и все будет хорошо. Я думаю, на большую часть возражений мы с вами сможем ответить в третьем блоке. Ну и, конечно, у нас будет с вами отдельный блок по работе с возражениями. Это будет у нас блок номер 4, где мы с каждым нашим менеджером, участником Академии красоты, разберем, как же отвечать нам на те или иные возражения. В пятом блоке у нас будет возможность посмотреть видео, принять участие в интерактиве. Ну и впоследствии всего нас ждет завершение нашей Академии красоты. Ну и, конечно же, ведущая Академии подведет итог всего состоявшегося семинара. Спикерами нашей Академии красоты, так же, как и вчера, станут Дмитрий Кваша и Наталья Алексеева. И поэтому я более чем уверена, что Академия будет невероятно запоминающейся для вас. Ну что ж, у меня осталось буквально несколько минут. Я бы хотела поговорить с вами о акцентах на первый квартал. О них достаточно много сегодня говорила Катерина, и я бы хотела еще раз с вами обсудить основные моменты. У нас предстоит рекрутинговая кампания квартальная, и хотелось бы, чтобы мы все-таки с вами стартовали с первого каталога, так как в зачет будут идти все 4 каталога, и, как вы знаете, наверное, лучшая раскачка для нас с вами, это будет уже начиная с 4 января пуститься в активное рекрутирование и поддерживать рекрутирование 10% от БАК ежекаталожно. Но тем более, что на большую часть наших с вами мероприятий это является одним из условий. Ну и в то же время Андрей сегодня рассказывал о бонусе «Мой первый автомобиль», и получить его, не рекрутируя минимум 10% от БАК, просто невозможно. Все мы знаем, что после новогодних праздников наши люди очень долгий период времени остаются под елками, но у нас есть потрясающий каталог, в котором 250 продуктов представлены с невероятными скидками. И вот наша с вами задача – заинтересовать их в покупке этих продуктов. Я хочу вам сказать, что сейчас на данный момент очень большая активность консультантов состоялась на первой неделе 17-го каталога, и большая часть самых привлекательных продуктов, ну так можно сказать, было раскуплено. Я очень хочу попросить вас, чтобы вы создали невероятный ажиотаж в ваших структурах, в ваших командах, в ваших консультантах, что в этом каталоге для того, чтобы получить для себя абсолютно все продукты, которые вас заинтересовали, заказ необходимо разместить, ну, как минимум на второй неделе каталога, но не позже. Пожалуйста, не оттягивайте это все на третью, четвертую неделю каталога. Итак, не забываем, что у нас с вами впереди 14 февраля, 23 февраля и 8 марта. Как показал текущий год, больше люди к нам сами не бегут за подарками. Ну уж такое время, что нам надо самим идти к ним с каталогом, поэтому уделите особое внимание на ближайших планерках со своей командой, как мы уже в феврале месяце, в начале февраля месяца начнем готовиться к тому, чтобы мы оставались основным поставщиком подарков на все предстоящие праздники. Не забываем про сессии на Wage минимум 3 в неделю и, конечно же, проект Wellness Life Plus. График ближайших сертификаций был объявлен вам Екатериной после получения презентации. Вы, конечно же, сможете вписаться и отправить заявку Екатерине Корзюк. Наш фокус на 100 баллов остается, потому что нас с вами скоро ожидает новая стартовая программа, и, конечно же, мы не отменяем возможность приобретения продуктов со скидкой 50%, поэтому давайте дарить нашим консультантам абсолютно все выгоды, которые есть в компании Oriflame. Все мы помним с вами, что программа «Турборост» для новых менеджеров заканчивает свое действие в 4-м каталоге. Это значит, что все последние выплаты будут совершены по итогам 4-го каталога. Я настоятельно рекомендую вам, всех желающих принять участие в этой программе, вывести на новый уровень в каталоге номер 1. Если вы не знаете, какой план вам поставить,
то я рекомендую вам, пока мы не ушли в новый план действий с Андреем, который был сегодня анонсирован вам Екатериной, написать нам информацию в чаты. Мы посмотрим, с какого уровня могут стартовать ваши менеджеры. Ну, а уже с первого квартала у вас есть все материалы, которые необходимы для того, чтобы разобраться в этом самим. Наш с вами фокус – новые старшие менеджеры. Мы с него... от него никогда не уйдем, это ваши будущие квалификации, это ваши будущие конференции, это наш с вами банкет директоров, ну и, конечно, это наше с вами будущее. Поэтому, несмотря на то, что 16 и 17 каталог подошли к своему завершению, это самые проактивные каталоги по открытию новых старших менеджеров, давайте все-таки с вами не будем забывать, что первый каталог у нас стартует потрясающая рекрутинговая кампания, ну и достаточно много дополнительных плюшек, что ли, скажем так. Давайте все-таки будем открывать новых старших менеджеров не только в 16-м, 17-м каталоге, но в 1-м, 2-м, 3-м, 4-м и так далее. Поддержим хороший тренд в открытии новых старших менеджеров. Ну и, конечно же, в 4-м каталоге завершается наша квалификация на золотую конференцию 2016 года. Пока место золотой конференции определяется, как вы понимаете, Андрей сегодня об этом уже говорил, вопрос нашей поездки в Стамбул, конечно, стал под огромным вопросом, поэтому ближайшее место конференции мы скоро вам объявим. И хотелось бы, наверное, что когда вы узнаете новое место проведения конференции, вы не сказали, как я хочу, но шансов у меня уже нету. Давайте все-таки с вами использовать все каталоги для квалификации на эту конференцию. И в завершении хотелось бы сказать вам, что раз вы лидер, вы взяли на себя такую ответственность, то уж несите тогда ответственность за все, что происходит в вашей команде, за спад, за групповой результат, за продвижение информации в вашу команду, и о том, как вы это делаете, действительно покажет результаты после запуска вчерашней сессии. Конечно же, несите ответственность за ваш личностный рост, за обучение вашей команды и за качество сопровождения ваших бизнес-партнеров, за ваших менеджеров и ваших консультантов. Как только вы берете на себя ответственность, вы сразу понимаете, что вам необходимо делать для достижения вашей поставленной цели. Ну что ж, я хочу... Кто-то меня просил, Екатерина, приоткройте, пожалуйста, ширму на новую рекрутинговую кампанию, пожалуйста. Ну что же я вам хочу сказать, пожалуйста, она будет квартальная. Все. Ну вот, ширма приоткрыта, все, что я могу вам сказать, все, ну как бы, наверное, это более я ничего. Знаете, давайте говорить с вами откровенно, вам ширму приоткрывать никогда нельзя, потому что ее как только приоткроешь, вы сразу забываете то, что у вас есть на данный момент, какие инструменты у вас есть на данный момент, и у вас сразу фокус уносится еще в будущее, да, даже не в настоящее. Поэтому, дорогие мои лидеры, ваш текущий фокус сейчас – это завершить 17-й каталог, вывести ваших менеджеров на новые уровни, открыть новых старших менеджеров, ну и, конечно же, завершить текущую рекрутинговую кампанию с потрясающими результатами. Тем более мы с вами убедились, что не вопрос в том, что люди не идут. Люди идут, вопрос, как мы с вами их приглашаем, потому что пригласив 25 тысяч стартеров в каталоге номер 15, поверьте мне, это было не от того, что у нас кризис в стране или что-то случилось и кризис пропал. Нет, это просто ваше желание и ваша активность. Поэтому давайте все-таки мы с вами текущую рекрутинговую кампанию, тем более по ней невероятные подарки, и вот вы их видели уже вживую, и у меня, и у Андрея, и у Тамары, они такого качества и такого исполнения, которого, наверное, не было еще никогда в нашей истории, да? И эти подарки достойны получить 10 тысяч человек, которые присоединятся к нашей кампании. Поэтому, пожалуйста, у вас еще есть целых 4 дня для того, чтобы показать экстра результаты. Ну что ж, и в завершении моего выступления я еще раз хочу проговорить с вами о вашей ответственности. Ответственности абсолютно за все, и в том числе за количество людей, которые станут участниками большой встречи «Oriflame. Твои мечты. Наше вдохновение», которая состоится 10 января. Я хочу вам сказать, что мы уже в невероятной подготовке. На этом мероприятии у нас
нас будет рекордное количество спикеров, более 20 спикеров. У нас будет рекордное количество людей, которые поднимутся на сцену для получения признания. Это будут парады молодых мам, которые строят бизнес в Oriflame. Это будут парады семейных пар, которые строят бизнес в компании Oriflame. Это будут парады тех, кто принял решение, что на пенсии жизнь только начинается, и начинается она вместе с компанией Oriflame. Конечно же, мы поднимем на сцену всех менеджеров, которые за прошедший год открыли новые звания с уровня 9% и выше. И мы вызовем на эту сцену всех лидеров, которые открыли, закрыли звания с уровня старший менеджер и выше. Это, я, знаете, это я уже вошла во вкус, в мотивировании вас быть на этом мероприятии. Конечно же, на этом мероприятии будет объявлено топ-15 на 2016 год и многое-многое другое. Я хочу обратить ваше внимание, что начинается это мероприятие в 11.00 и завершается это мероприятие в 17.30. И после этого всех участников, которые открыли новые звания с уровня старшие менеджеры выше, ждет VIP-прием с руководством компании. Место мы пока еще держим в секрете, но совсем скоро сообщим, куда же вы направитесь. Я хочу обратить ваше внимание, что этот VIP-прием фактически сдвигается с 9 на 10 число, но, тем не менее, поверьте мне, он не теряет своей шикарности, он не теряет своего пафоса, обязательно квалифицируйтесь на него, он не теряет своей уникальности. Ну что ж, по нашему предстоящему мероприятию у меня все. Если у вас есть в команде желающие подняться на сцену из тех парадов, которые я говорила, обращайтесь обязательно к своему топ-лидеру, давайте заявки, давайте ваших кандидатов, и мы обязательно их рассмотрим для того, чтобы они стали участниками нашей встречи, смогли подняться на сцену для получения признания. И я в завершении хочу пожелать вам потрясающего Нового года и Рождества. Я хочу, чтобы вы загадали все самые заветные желания, и чтобы они в следующем году обязательно сбылись, и чтобы следующий год для вас был в десятки раз успешнее, чем 2015 год. Ну и всего вам самого хорошего, счастья, любви, и будьте здоровы. И уже, наверное, увидимся с вами на следующем вебинаре в 2016 году. Всем удачи, спасибо вам большое, что сегодня были на...